Дядя Игорь, я не толкал. Толкал. Блять, нахуй. Боржоми, почему я не могу тебя пригласить? Дядя Игорь, я не толкал. Здорово, мам! Блять, нахуй. Сейчас я скину, короче, сил. Боржоми, почему я не могу тебя пригласить? Дядя Игорь, я не толкал. Здорово, мам! Боржоми у меня уже, в гостях. Давай, давай, кидай, дай мне, на во. Что тебе кидать? На лицо. Игра недоступна, не понял. А ты обновил? Кого? А только что обновление вышло, что ли? Нет. Ну. Просто Прокс что-то тут натворил. Ты тоже не можешь? Ого, могу. Полетели. А рейтинг можно? Нельзя рейтинг. Почему? Да потому. Как вкусно. Ну, я подумал. Да блё! Дебилы, век, серьёзно. Не дебил, а неадекват просто. Реально не смешно. Реально? Я сейчас... Я хочу пиццы. Блядь. Это что, батл, блядь, гомосеков? Я хочу пиццы. Один хочет пиццы. Я хочу пиццы. Я хочу пиццы. Я хочу пиццы. Я хочу пиццы. Я тоже хочу пиццы. Как его вообще не устраивает, дядя? Кран. Я хочу. Короче, если... Сейчас... Олег, ага. Дебил. Нет, не дебил. Будь здоров. Это Кэтрин, сука, у меня шишка встала, ой. А, согласен. Не понял. Да эти крысы, блин, обрезали видос. Боржоми, почему я не могу тебя пригласить? Я тебе крутить рулетку и выигрывать какие-то валюты, если ты можешь выиграть. Я не хочу выигрывать себя, зачем мне проститутки? Боржоми, почему я не могу тебя пригласить? Мы когда начнем дела делать? Я тебе крутить рулетку и выигрывать какие-то... Я не хочу выигрывать себя, зачем мне проститутки? Я не понимаю, что ты говоришь! Боржоми, почему я... Вот сюда! Эти мысли, узнать, что ты говоришь. Денис, ты можешь говорить? Я хочу пиццы. Я метку не видел, сори. I think you know where I have to go. Glow. Не похо. Ой. Да ладно, чтобы ты не увидел. Сухать образ образ. Не дай бог, чтобы никакой не нашел. Я сел деда. Не проблема. На метке стоит. Синяя броня возьмите. Приклад для снайперской винтовки. У меня! У меня тройной эффект, ебать меня в рот. Бегу, Прокс, бегу, сладкий. Прокс, терпи. Бля, я что-то в себя поверил. Да, самоуверенный тип. Парни, без фонового шума. Давайте, только по игре, плиз. Реально. Нас, а там один закоцанный сильно. Но у него, скорее всего, броня восстановлена уже. Ты зря бегаешь, ты очень далеко зайдешь. Нету входа здесь. Они стреляются. На меня -50. Вон прыгает возле тебя, брат. Ай, я их даже не видел. Как? Бучий поезд. Дура! Ура! Ура! Мне вообще выпала вот эта вот баба, я вообще за нее не хотел. Нет, эффект это перезвоните, пожалуйста. Куда? На какой номер? 3-3, я на двоечку, блядь. 5-4-3, 2-2. Что ты несешь? Не понял. Выкатываемся, народ. Выкатываем мы слава. Ай, я даже не видел. Все, ладно, я беру миража. Мы выигрываем игру. Не выигрываем игру. Так, дезморальщика сразу надо кикнуть. Мне выйти? Да. Понял.
Ты выйдешь? Пока нет. Нет. Животное. Попозже. Пока нет. Я хочу пиццы. Да, у меня в голове звучало это лучше. Я хочу пиццы. Ты дебил? Да-да. О, стрим. О, стрим. Я хочу пиццы. Прям. Да блин, эта фраза настолько топовая, что я... Я хочу пиццы. Чё, у меня 3 рейв было на картинке. А, так я рейв. Вон, 3 рейв у меня на картинке. Ты чё, конченый? Понял. Прокс, давай, падай в место там, где мы займём топ-1. Вон, 3 рейв. Слышь, а где ты сейчас сделал? Мне кажется, там топ-20 не будет. Что говоришь? Где ты сделал синюю, главное? Ой, точнее... Лёха. Что? Синюю как ты сделал? Что синюю? Саундпад. Я не знаю, но у меня просто сам по себе такой. Ты гей или сам? Сам для себя. Я сам не знаю, я без рук. Ай, про него забрал. А, пошёл. Мои тела вообще недолго есть, стабилет один. Тихо, без хуйни. Помогите. Где? Подсвечивайте. За мной бегут. Осторожно, мы не одни. Хочу пиццу. Ты это видел? Помогите, пожалуйста. Оружие, блядь, где? Да, блядь, заебали нахуй. У меня. Просил помощи столько. Он там. Вот он. Ну ты дурак, куда ты бежишь? Он на лоу, одна плюха. Да блять, ну без хуйни, пацаны, попросил же, блять, ну что за прикол? Это меня включают, Олег. Да нет, там боёбина. А кто? Пососы. Понимаете, до этого не слышно, кто бежит, блять. Это не мы вырубали, блять, тут скорость. Реально заебали нахуй с этой хуйней. Марио. Спагетти. Я хочу пиццы. Феликс, ёбаный, блядь. Да что, Феликс, а ты чё? Я могу откатчик сделать. Только что я включил Лёха, у меня даже... В смысле, я не кричал вот эту фигню, у меня даже нету. Я хочу пиццу? Нет, пиццу это я включил. Так алло, это пицца, мы не в игре были. Помогите мне найти русские. Да нахуй эти русские дауны, блядь. Узнайте РП путём. Марио, а в Италии вкусная пицца? Или нет? Заебись. Чего? Заебись. Я хочу пиццы. Знаешь какая? Невкусная. Там вот такая пицца. А, это Марио был. Я Марио. А хуя ты это делаешь? Объясни. А, мне скучно. Ну понятно, ну блядь, иди себе повключай, прошу тебя, блядь. Не, я хочу здесь повключать. Так а нахуй ты нам мешаешь объяснить, ты можешь объяснить? Потому что хочу. У тебя, блядь, проблемы с головой нахуй или что? Не, у меня все хорошо, дружище. Рвал себя на куски, если мне не веришь, сука, посмотри. Мне просто всегда похуй на всех. Понятно, так выйди нахуй отсюда, блядь, дебил. Да не хочу я. Сука, мудозвон ебаный, блядь. Ну, бля, я не вижу смысла опускаться до твоего уровня интеллекта, бля, так что ты идешь... Короче, ебанько из сказки Морозко, я тебя в мут кинул, блядь, так закрой, что можешь врубать чего угодно. Бля. Шарик ебать гавкает тут, нахуй, бля. Скурить, блядь, в будке будет, нахуй, своей. Иди, блядь, мафию свою ищи, блядь, вот, и подсасывай. Нахуй, чушь, заебал уже, блядь. Ты можешь, блядь, гавкать, нахуй, себе. Опа, один. У меня синий лайтмаг. Кому надо его? Кто? Лайтмаг. Все, миротворец 301. Брит секс. Я возьму. Не у тебя точно. Так я уже взял. Рядом с нами. Давай, стой. Вы тут. Блять, у меня патроны закончились, да что
это за хуйня? Еще, блядь. Блядь, сзади меня ебанули. Ай, твой. Я патронов. Все, это пизда. Да что это? У челов фиолки две. На, блядь. У челов две фиолки, понимаю. Продолжил интим, блядь. Тупо, блядь, 20 патронов нахуй на этот ебаный флатлайн, понятно. Крош, чисто крош. Я хочу пиццы. Бегом. Да, давайте собрались, блядь. Просто не повезло, повезло, не повезло, согласись. Я считаю, что... Нет, нет, нет. Сейчас, секунду. Чмелик, Скварс, ты смотришь ты мне? Нет, Скварс, я тебя ебану. Я тебя разъебану. Три секунды, да. Ладно, все. Раз, два, три. Ну, я считаю, что он умер очень больно. Считаю, что он мучился своей смерти. Жаль, конечно, этого добряка. Дебил. Понятно. Плюс бан. Я хочу пиццы. Давай. Ты хотел меня унизить, но ты не забыл. О боже, почему же ты реально идиот? Понял. Может даже вертится поговорить. Все, у нас катка, не мешайте, пожалуйста. Пожалуйста. Чисто из уважения ко мне. И ко мне. Можно даже встретиться поговорить. Прокс, пускай. Так я думаю. Пускай на поезд. На поезд может? Можно. Твой выпускающий думает куда-нибудь. Поехали, приготовьтесь. Может. Типа даже... на поезде этот лут самый нормальный. Там два золота можно подобрать. Да. Поэтому, Рофл, блядь, надо... Пока ты его подберешь, тебе набьют лицо. Кулаками. Не, мы набьем себе лицо, реально. Тварь ебучая, залупа. Ты урод, Олег! Я не урод, не урод, а просто интимный мальчик. Нет, я с тобой играть не буду больше. А чё, блядь, на месте летели, придурок ебучий? Алло, я залутал, а ты просто взял, украл, тварь. Где ящик? Я уже жена. О, мазан закрылась. Есть патроны? На, дурак, блядь. Всё, поезд наш, поезд наш. Забить нахуй. А, ну да. Да вот всё украл. Пацаны! Кто найдет меня РМ, заплачу столько. Пойдем, да? Отлично. Сам отключил. Забирай 20. Латэ, мы есть у кого? Пусколько? Пошел вон. Хуел. Чё тебе не там, мышь? Взял мою фиолку, украл, тварь. Понял. Тварь. Расскажешь. Судья встретился, тварь. Макрота, блять! Ой. Макривский? Понял. Да, Макривский. Она вам не мята, вторая часть? Третья, я хочу. Хочу четвертую. Я уже на пятой сезоне. На пятой сезоне. А есть чуть-чуть хил у нас? Ну чуть-чуть прям, чтоб немного хилл было. Ноль. Вообще ноль. Сам похилился сейчас. У меня ведомый. У меня P20-20. Легендарная. Legendary. Блять, мне должны айфон взять. Нет, нам нужно хилили. Что мы должны взять? Мы вообще с айфон возьмем все равно. А, кто-то летает. Да, летит. Вижу. К нему сдаем. Да, прям сразу втроем. Он один. Наверху один. Прыгнул. Ой, лицо набили. Он лоу. Инфу. На, с ней пули. Золото. Золотой армор.
Парни сверху накидывают. Я нулевый. Я спрятался. Там ты убил всех? Всех? Нет, наверху. Я феникс взял, я феникс взял. Спрятался. Пять. Меня потом реснешь. Прокс там соло воин. Потом он у меня нет еще. Вон он. Олег, помоги. Все равно все патроны. А, вот так. Я хил хочу взять. Или патроны. Чем я тебе? У меня мазамбик. Я пойду к нему. Окей, давайте, пока. Можешь с мазамбика добивать его. Добью. Че бы не добить? Чистая работа, согласен. Где? Ебать, Барлина Гидера, он какой-то крутой. Говорю, Олег, мышь, собака. Я тут почему долбоёб. Мышь, собака, всё. Все баллы. Я к счастью было. У меня даже булки не прокрылись, не так много такого. Блять, тварь! Кто? Это где-то оттуда. Ну лёва, на, бой тупо. Бронехиллер. Блять. На мосту минус 2 брони. Убил. Хорошо, на мосту вас уйди. На мосту налево на мосту. Сука, я не могу попасть по нему. Нормально. Красиво. Нормально, прикольно. Да что это легко, ребят? Пенгжу. Ведите миротворца, мне крикните. Пошел нафиг. Лох. Нафинг. Нафиг мол. I think. Оп. А есть там точечка какая-нибудь, по-моему, не знает никто? Кого? Точечка? Точечка, ну прицель. Да, есть. Хотя стоп, я думаю, я без прицела буду играть, нахуй. Реально, зачем как прицел вообще? Далет. Дома. Здесь прицел. Хотя не, я возьму. Блин, с мезонбиком еще гоняли, немножечко на трое оружие нормально. Я себя подлатаю. Хоть мезонбик бери на самом деле. Помойка. Плотно раскидали детей. Ну, скажи, согласись, мы даже не почувствовали. Ну, согласен. Так, тихо! А, это вы бегаете. Блядь, чего вы пугаете? Извините. Ладно. Даже Евы нету, в чём прикол? Где-то трон летал. Это кто? О чем это? По тросу, кто ехал? Я. По телегонами. Вот тут был, блядь. Был, да, всплыл. Вот тут типы. Летим. Контроль выход. Я сейчас черт. Гидар бронями 50. Гранаты кидаю. Блядь. Я на него упал, ты на левого. Можете поднять меня, не контролируй выход. Положил. Хорошо. Леха забежал, помоги ему, Леха забежал. Хилюсь. А, все, минус, подними. Чего? Это что? Он сам себя поднял в воду. Ну, не будет. Ну, зона. Успеем, нормально. Вот на. Перезвон. А теперь можно бежать. Чем я хил быстро теперь? Легендар где-то ездить, как что будет. Блять, феникс я сожрал, надо феникс подобрать. А, понял. Хилку тебе дропнуть, Лёш? Пни его! Я сейчас вас научу, подожди, не поднимай, смотри, учу. И чё, он в зоне?
Вот так вот можно выпихивать быстро. Ну, это вам звонили. Нет, я просто говорю, это если они мало ли не знали. Мы знали, мы друг друга пихали, когда пытались чел понять своего. Олег, урод, легендарную броню забрал, тварь. И чё? Тварь. И что теперь? Хилка нужна кому? Я, наверное, туда побегу, полутаюсь, у меня шлема нету, я забыл шлем взять. Я сейчас... Какой шлем? У меня вообще шлема нету. Хоть его нашел. Надо полутаться. То у меня даже патронов нету, если честно. Только по-быстрому. Быстрому прыгай. Давай. Вот, синий. Тот легендарный был. Вот, фиолетовый. Я легендарный забрал. Так, патроны. Хил. У меня, если что, хил есть. Сейчас. Так, приклад, все, я ухожу. Все, уебаем. Еще ключ от хранилища нашел, кста. Тут что вроде. А, только два вражеских осталось, лол. Блять. Ну зачем? Синенькая упала же. В смысле, так там без разницы? Нет, там разница есть. Серьезно? Да. Если ты выбиваешь золотую, то падает золото там. А, я не знал. Сори. Хамут. Закрой свой рот, урод. Не больно, блядь. Да. Тварь. Поганая тварь. Живот дебил. Ха-ха-ха. Да, да. Какой-то чел второй день пишет, будешь Костя. Я буду Костя. Ты вчера один раз сыграл, блядь. Я здесь помер просто не носи. Сука. Нам бы в зону. 10 секунд до закрытия кольца. Хотя бы оно рядом. Вот так, через это пойдем. Через ущелье. Помню, как мы отлистили? Из-за зоны на топ-2, блядь. Прикиньте, типа, зона разделила... Ну, гора разделила зону на две части. И финальная зона была не на нас. Мы просто зону отлистили. Это мы... Я с вами играл, нет? По-моему, нет. Дима с нами играл. Он еще плакал, потому что мы его не подняли. Правильно. Место слабакам куда, да. Тихо. Блядь, еще зона огромная, блядь. По игре играем. Помните. Рот закрыт, тупое животное. Еще одно слово большинство, ни разу на огонь. Ни разу ни слова, ни сорова. Блядь, пацаны выше ёбнулись? Да. Вон, видишь, что тобой полетели? Полетели. Что ты хуйни? Вон уроды. Вижу. Вижу. Нам не будет фигу. Мы не будем по ней. Тихо. Это моя приманка, если что. Они в дроп побежали. Да, вообще мы ебало. Снесем чуть-чуть. Мне кажется, легендарный рожок. Я сейчас ульт поставлю. Давай. Золотой армор. Со спины. Все, не лезем. Я хилю броню. Снял. Где-то тут это бегает. Меня заметили. Я под обстрелом. Не, вот это так стреляться, да. Это пиздец. Прокс, иди ко мне, тут место прикольное. Место его было на самом деле, да. Может, в портал все прыгнем? Он там челы. Нас со спины. У нас еще в спине, спину. Все, нам в портал прыгнем. Давайте в спину зайдем. Блядь. Портал. Я к Проксу. Почему у меня оружия нет? Что, откуда? Олег, я все весь. Под нами.
Как пушку возьмись. 45 секунд. Можешь спокойно прогуляться. Пеньк жру. Слева, просто слева был. Уважаю. Справа. Я не вижу, блядь. Справа за контейнерами сидел. Возле нас, алё. Вон, за контейнерами бегает. Слева, Прокс. Да слева. Это я... Да ты это не видел. После такого не... Хорош. Вам надо посидеть. Ещё! Борис. Последний из их отряда. Ебать ты свинья. Ты генерал на ласт. Я дальше отбежал. Хилюсь. Я даже думаю, нахуй. Он хилится. До свидания, ребята. Удачки. Новый лидер по бизнесу. Мара. Ты понимаешь, зачем? И Марати. Их чаешь. Сколько там дамага голову? Вы топ-1 наконец взяли? Да. Чуть мы наконец каждого колпа подберем. Угу. Блять, полдня сидите. Всего без страны 17, нормально, ввести себя. Ебать, ты Прокс стрелял, конечно, красавчик. Наструнял, тупо наструнял. По кайфу отыграли, вообще понравилось. По кайфу обстановка. Вообще по кайфу. Обстановка по кайфу. Я тебя поцелую. Заходите на интернет. Наструнял. Не, мы еще клапим. Вы клоун? А ну-ка давай дальше. Три легендарда. Что мы? Мы клан? Кто сказал это сейчас? Кто клан? Кто клан? Бан. Феликс Бан. Так надо нормализовать, что стримик это звук испанский. Надо стримик. Я не понял, я взял топ-1, у меня еще нет, блядь, подписчиков миллиард. А, ты что думал? В смысле? Салофа никто смотреть не будет. Ты охуел? Ты собака тупая. Зрителям на тебя похуй. Не понял, что же. Смотри, зрителям на меня не похуй. Смотри, блядь, никто не пришел на шоу фаната, ебать. Один есть. Надо расплакаться. Фанаты пришли. Надо расплакаться. Давай поплачем. Давай поплачем, короче, и потом к нам придут много кого. Давай. Плачь. Неправдоподобно. Выстрелить тебе в ногу. Я думаю, правдоподобно будет. Не, он не так будет. Там будет такой ор. У а сики Пацаны, мы победили благодаря тому, что мы попали на поезд. Да. А мы сейчас попадем? Я стараюсь это сделать. Меня ворону какую-то пустили. Ебать, супокаркан. Копатыч, ты чё, ебанутый? Ебать, говнари, плат. У меня всё спиздили. У меня всё разорвали. Меня полностью разорвали. Прокс, помоги. С локтя! Я бегу по моему локтям. Сзади Проксом прыгает. Убил. Хорошо. Парни, здесь вот эта штука. Как его сбить? У меня оружия нет. Смотри, руками. На БП. Блять, я упал. Давай, красава, подними. Красиво. Мы что-то разделились вообще жестко. Чего? Я вообще далеко от вас. Сейчас за Олегом побежим. Никаких чувств, блядь, никаких чувств. Долбил кайф.
Мама, ты что, воруешь? Воровать надо уметь. Пистолет, в смысле? За что бан? За что ОСК? Секунду, надо подлечить. Парни, мне нужна помощь, у меня кто-то прыгает по дому. Пошли, пошли быстрее, пошли к нему быстрее. Вот тут тело. Я уберу его, я уберу его, где к нему? Это броня, все плохо. Они наверху уже. Я спрятался. Я наверху. Бля, наверху лечили. Я чела убил. У нас неплохо лично перезарезали, блядь. Я понял, я бегу, я подбираю пушку и бегу к вам. Просто нечего не хватится. У меня то же самое. А, блядь, я не мертв, если не пучку дал, дался. Вот светишь? Понял. Новый лидер по убийствам, да? Это ненадолго. Чел прилетел на крышу. Бегу. Ой, как он попадает? А чё это за хуйня, блядь? Твой. Ага, тут уже 10 раз за мной бегают. Блядь, 14 тысяч миллионов миротворцев, нахуй. Я просто вообще, у меня был пистолет, один броня не отлина. Блять, вообще. Ну, дроп не было. Ну, блять, там все сожрали, нахуй, пидоры. Весь дроп. Очень прикол. Я хочу пиццы. Так, а что мы потом на этот, на дед пойдем? Получается так. На мертвый нет. На мертвый нет, да. Что, обратно поедем за Доминикой? Не, Оливер, смотри, по сути, если возвращаться к этой теме. Хотя ладно, я не буду возвращаться к этой теме. Не хочу, не хочу. Короче, просто знаете, что скажу? Оливер Куколд. Сиськи на друзей. Да, понял. Да. Это делает Олег. Да, понял. Да. Это же реально собака. Ну, натуральная. Даже Катя так говорила. Я Куколд, не похуй. Боже, откати это, откати, я откатил это все. Да забей, это он давно это говорил. Саня, Прокс, ты знаешь, что он делает? Он переоделся, как так ему Катрин сказала, и прическу еще такую же сделал. Ты что, даун? Ой. И не меняет. Пацаны, смотрите, мы никогда сюда не падали. Так мы сюда хотим падать. Это мой дом, это мой дом, меня там путать сейчас будут. Майнкрафт! Не-не-не, меня сейчас серьезно здесь путать будут. Я на низ. Там я только лута. Возьми там, там. А, ты взял, да? Там. Одного положил. Олег, ну помоги, ты хоть раз ты убегаешь сразу. Это сверху, блядь, хотел, это дебил. Какой сверху? Он на лоу, вон, бегает. Лоу, один хит. Открывай! Не успел даже закрыть, блядь, Лёха. Плохо, он помешал ему прожить. Давай сверху ебут. Давай спрыгнем вниз, вниз спрыгнем. Олег, вниз, Прокс нам поможет. Я забыл вообще платить на логи, блядь. Да сука, блядь! Да сука, с двух сторон ебашут, блядь, уроды нахуй. У Олега был миротворец, он просто убежал. Ты дебил? Я взял на кольцо, чтобы сверху зайти и помочь. Он снизу был. Ты пометил хоть раз, дебил? Да. Надо на это ходите, клоуны. Там метить никого не надо. Рот, помолчите, уже помечены. Слышишь? Дима, это ты. Ты дебил? Я взял на кольцо, чтобы сверху зайти и помочь. Шо? Шо? Кто? Да я Диме показываю, кто он. Да я не показываю эфир. Ты пометил хоть раз, дебил? Катаю, я не смотрю. Надо на это ходите, клоуны. Там метить никого не надо. Рот, помолчите, ладно, короче, я сейчас пойду устраиваться в Life Invader. А, зачем? Ты дебил? Я взял на... Шо, бабки пока что капают. А, меня, Катя, вчера сняли с должности, прикинь?
Почему? Его повысили. Нет, смотри, то, в чем прикол. Мы сняли с должности директора отдела вот, в LA Studio, да? Хотели просто нахуй послать, чтобы я там просто лоху был, короче, конкретно. Потом Леха добазарился, теперь я замген директора. Так ты можешь меня... Я принимать могу, по сути, но... Я говорю, мне ебало сломают. Я пробую добазариться. Как за меня добазариться? Доминика даже не увидит этого. Они не увидят, да, не увидят. Поэтому сразу Проксана, старшего стажера, в радио закинь. А... Ничего, что там Ромас. Я ладно, тоже могу с ним договориться, чтобы он ничего не делал. Просто ему... Так, в смысле? Понимаешь, я что нашел... ебут именно директоров. Кто из вас? Я мы либо на корабль хотим упасть, но мы чуть не упали. Не надо. Холодно. Я старшим стажером мог к вам перейти? Да. А, да, так я старший стажер. Как перейти? Заболезнен. Я не знаю, что ты сейчас там будешь делать в LTML студии. Я советую самое простое дело, делай редактирование. Делать нихуя вообще не надо, блядь. Редактируйте там время от времени, бабки еще дополнительно получаете. Так, в LTML студии шлёх. Я там ничего не делал. Он там ничего не делал, потому что там, блядь... Стрим-снайпер и пидорас, если что. Блядь, не дай бог, кто-нибудь это покажет. Это типа, я без рофла говорю, у меня было там пару человек, которые чисто фармили зарплату. Да, такое было. Но при этом отдел у меня работал, поэтому... Какой все, блядь? Ты, считай, и Кэтрин. Кто-то бегает. А кто работал? Тихо. Все, ебало. Готов? Ой, Проксик. Да, блять, как меня она убила, нахуй? Вот тут. Вот тут, под тобой, на тобой точнее. Да что это, он в дым просто стреляет по мне. Может, у него золотая чека, не? Не знаю. А, нет, если бы у него золотая была бы, там по-другому было бы. Чел просто в дым стреляет и попадает. Вот тут. Блять, опять какая-то хуйня с дропом, нахуй. Челы просто прыгнули втроем в один дом, все, блядь, залутаны. Мы, блядь, вдвоем в один дом прыгнули, ничего не получилось. Ни одной брони не было. Все, я пошел, блядь, на ДЖ. Правильно. Я тоже. Неправильно. У меня что-то жопа. Я хочу пиццу. Все, короче, сейчас стрижу Катю, и я... Не понял. И потом. Он что-то сказал. Он потос, забей. Он отсос. В смысле, блядь, Олег? Все, я забил хуй. Как Алексей. Ты переоделся ж, даже. Блядь, Алексей. Пороху, не понравилось. Леша. Ты что, тёлочку позвал сюда? Или что? Шо, как? Ты что, тобой писи руководит какая-то? Что фармили зарплату. Нет, Олег. Да, такое было. Алексей. Пороху, не понравилось. Леша, так Олег не писи. Знал? Кэтрин, сука, у меня шишка встала, ой. Доказательство. Меня поменять игру. Я хочу пиццы. Какую пиццу, пацаны, вы чё? Ты закажешь Прокс на пиццу, нет? Когда? Ну, за то, что мы топ-1 взяли. Если ты можешь выиграть. Я не хочу пиццы. Я хочу пиццу. Хочу выигрывать себя, зачем мне проститутки? Какие... Это кто разговаривает чисто? Подожди, Феликс, включи, как она его отшила, чисто как лоха. Олег? Кого, меня ебать? Да. Слушай, ай, просто какие-то коллеги отшили. О, может, Кэтрин, зачем тебе крутить рулетку и выигрывать какую-то валюту, если ты можешь выиграть меня? Я не хочу выигрывать себя, зачем мне проститутки? А, нет? Понял, да? И Олег после этого еще переодевается, как она скажет, и стрижет. И Леха тоже подстригся. Нет, я подстригся типа сначала, потому что я был танкист. Я... А что ты перестал быть танкистом? Я не перестал. Перестал. Я сейчас прям захожу и показываю. У меня очки те же, усы те же. А прическа? А прическу поменял вообще на совсем другую. Если мы сделаем, и все. Я сказал то, что серьезно. На геликах, и если что, то, блядь, проблемы будут. На геликах подъедем, ребята. На геликах подъедем? Так что он мне сейчас это, как он в Питер приедет, он мне сразу отзвонит. Он ебал просто получит еще. Вот, давай, Леша. Давай. Ну давай. А, ну давай.
Собаки валить, что там? На геликах, мы на геликах поедем, не? На геликах, все. Я покупаю гелик. Я на гелике приеду еще. Реально весь базар. Я тоже. Я его арендую, нахуй, приеду на гелике. Все, короче, арендуем гелики и едем к Проксу. А сколько гелик? Можно взять вообще, блядь, по хуйне, типа, за 5000 баксов какой-нибудь старенький, и все. И прикатить тупо. Ты что, телочку? Проблемы будут. На геликах поедем, блядь. Поедем, нет? На геликах, все. Я хочу пиццы. Я в тюрьме. Я в тюрьме. Все, похуй, сейчас буду РП стримить тупо, пожилой РП. Боже, все, я мучусь, я пошел этот. Я покупаю гелик. Я на гелике приеду. На гелике. Не, как бы я даже стрим подрублю за такое все. Все. Я мучусь. Ля, сколько ему в тюрьме сидеть? Ну, да хуя. Жалко. Предлагаю купить бандитский кортедж. А, ну да. Мы будем на великах ездить? Да. На старых? Да. Класс. Нет, вообще там. Короче, возьмем стрик. Два гелика, один кабанчик. Мерсик. И все. Посередине, да? Да. Ну, конечно, а он есть? А он есть вообще? Где есть? Ну, на сервере. Я в IRL хотел, блять. Нет. Не, на сервере есть бэхи. Бэхи есть старые. Какие бэхи? Нет тут бэх. 34-й. Блядь, прототип 34-й есть. Sentinel, блядь. Ну, тот Sentinel, да. Да-да-да. Блядь, ебаный GTA опять зависел, блядь. Меня так бесит, потому что у меня вот первый вход, он всегда не получается. Sentinel, блядь. Но со второго прицела сейф вроде вошел. Да, правильно. Что сейчас будем делать? Мне нужно в казино бабки вернуть, я 300 косарей проебал. Иди к Ержану, он мне пишет сейчас, Костя, можешь не проиграть его? Давай, говоришь, что он в казино... Он у меня и выиграл 300 косарей. Да, Ержан. Я его вчера полностью разделал, у него вообще денег не осталось. Что ты разделал? Там 20 есть или что? Я вчера у него все выиграл. Сколько? Что? Ну сколько ты выиграл? Вы о чем? Вы кто? Я у него вчера выиграл вы и... Вы бизнесмены, а что? У него ничего не осталось. Он кричал, меня шокером пиздил потом. Все, мы сейчас... Life Invader. Он... Что мы там делаем? А мы сексом заниматься будем, чи не, я просто не понимаю. Ну договариваться. Ну договариваться через постель у нас все получается. А, то есть я старшего стажера уже могу куда-то переходить, да, в отдел? Что? Я старшего стажера могу переходить в какой-то отдел, да, уже? Я думал, у меня еще раз надо повыситься. Нет. Да я купил, как там всем это устроено, реально. Клоун, да, мне надо еще раз повыситься. Если там какой-то устав нужно сдать, а не повыситься. У тебя все, старший стажер это максимальное звание на кадровом аудите. Мне надо, смотри, я уже сдал устав, мне надо статью написать. Прокс, так ты вливал бабки уже на сервер, чи не? Да. Конечно, твои деньги. Ну, у меня, а что? Я просто не видел, ты по скринам не было денег. Ну, деньги же скрина. Оливер. На счете, блядь, их надо списать с счета. Ага. Оливер. Как зарплату. Да-да. Блять, ну почему у меня... Сейчас я этого тоже придурка замучу. Олег, это... Этот, Оля, скажи мне... Ты узнал, почему меня уволили? Я спрашивал у Рена, он говорит, типа, ничего не делал. Неактив. А ты что делаешь? Я уже, блядь, меня сняли с должности той. Я не директора делал. А кто ты? Я теперь замгендиректор. А. То есть, прикинь, меня сначала как тебе как интересно тебя сняли. Сначала сняли, хотели в рот выебать, но потом Лёха договорился, и меня повысили до замгендиректора. И он замутился, как животное. У, тварь. Интересно. I seek you every time. Всё, дай мне переменных меня потерять. Жди себя дома, Олег, сейчас приеду. Какие мусора! Ой. Блядь, долбою. Я случайно. Я мне опять машину спиздили, чё, не понимаю, нахуй. Пиздец, что контент происходит? Да где? Это пиздец, я не знаю. МС... О! МС соси, у меня машина здесь, сейчас админам напишу. Доминика. Чика. Олег, ты где? Может ее задавить нахуй? Я не знаю, я просто хочу, блядь, глупость какую-нибудь сделать. Дави Доминику. Так я и думаю, вот. У нас сплошная глупость. Прокс, если что, я тебя в тюрьме жду. Я в гараже у себя, если что. У нас тут флекс туса. Подкинь. А что такое интерфейс выполняет? Это что, как? Чё? Интерфейс выполняет перезагрузку.
А, это баг, наверное, нужно перезаходить будет. А, все, перезагрузился. А, да, повезло, значит. Если он еще раз перезагрузится, то я буду перезаходить. Не надо. Почему? Не надо говорить. Не надо такие страшные вещи говорить, реально. Интерфейс выполняет. Блядь. Перезаходи полностью. Можешь через F1 перезайти, просто через быстрое подключение. Mm-hmm. Ну, я написал быстрее репорт, но никто не помогает, прикольно. А что у тебя там? Машину переспавнить надо. Я не думал, вижу её. Я думал, мама рожает. Осуждаю! Все, я репорт на тебя записываю, нахуй. Со стрима вырезку делаю. А не посрать, это не официальный дискорд, я тут могу хоть, блядь. Балтит, блядь. Фись, блядь. Видишь, как Прокс тут горит? И что? Ему можно, блядь. Покинуть игру. Перерез, я понял. Жилста. Помнишь, как ты с Олегом разговаривал? Когда она его бросила. Вы так с ней поговори, это, и зарез. Доставай, пушку доставай, блядь. Доставай, стреляй ему много, нахуй. Всё, доставай пистолет. Доставай пистолет. Здравствуйте. Так, главное, у меня вот тут автомобиль должен быть, вы, скорее всего, вы видите, мне нужно его перереспавнить. Я останавливаюсь быстро, достаю ствол и, типа, это... Это постоянная проблема, я не знаю, что делать с ней уже, наверное. Гараж... Ёбаный козёл, блядь, ты почему не хочешь за... Ебаное говно, ну всё, это... Феликс. Что, я у тебя дома уже? Задонать мне на стриме, ёбаный в рот. Ты основалась? Я даже не смотрю его. Не видишь. Не видите? Нет, ты видишь его уже, нет? Нет, я не вижу. Поехали на Шатара, на этой Шварцер. Да пожалуйста, влебало с админом, говорю. Что вы говорите? Ты что вообще пришел? Тут админ, блядь, рядом. Открываем. Тупо Буров. Ой. О! Спасибо, любовь. Если чё, куратор госфракции Анна Хакс. Да, моя пассия. Ууу, блядь, осуждаю, я на стриме. Анна Хакс хорошая девушка, лучший стример, лучший администратор в мире. Ты подсос, походу. Тебя уволили сейчас или что, нахуй? Ты чё, ты, блядь, ооо, понятно. Оли, не, Анна Хакс реально хорошая, Куколд, человек куколд. Не куколд, блядь, а куколд ещё. Прокс, мы сейчас пойдем к тебе, ты увидишь Олега и просто поймешь, какой он кукол, что он из себя сделал. Слушай, я похож теперь на филантропа, миллионера, ты сам вчера это говорил, урод. Хорошо, сейчас. Ну, когда ты не урод. Ну, ты похож на жирного дядю, смерть тогда там. Не понял. Ты еще пешком поешь, косна. Не надо так базариться на крию. Ты че доебываешься, блядь? Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Такси. Три месяца назад я написал эту песню, но с ебучим темпом инфляции я заебался тексты переделать, так что пусть в этой песне все остается как было. Я копаюсь на помойках, как червя. Доминику Мусарас. Молчи. Доминику Мусарас на видео. Реально? Ууу, о май гад. Тихо. Идем пиздеть. Отпустили, не арестовали. Ай, жалко. Слышал вам депортацию. Доброго времени суток, господа. Обратиться к конгрессу и губернатору, чтобы он тут парковочку и сделали... Этот вопрос решается протяжении долгих лет. Я Хасану проиграл сейчас 50 кавка. Поэтому сейчас не зря. Хасану? Ты. Он же вчера все проиграл. У нас вот та вот парковка должна быть нашей. Вот это должна быть нашей. Он в калике сейчас? И вообще у нас нету парковки. Подождёт, скажи. Олег, собираемся, поехали к Хасану. Надеюсь, у вас все получится. 10-4. Хорошего вечера. Погнали к Хасану. Хасан в казино. А, пизда. Поехали, блядь. Плюс бабки. Пчам! Ты что, не едешь, не сел? Если я проиграю все деньги в казино, ты задонатишь мне? Нет. Просто шок. Ты Марио попросил, он миллионер тут.
пацаны. Мужики вообще-то. Мужчины. Так лучше. Я. Олег, тут девочка. Я сейчас тебе кикну, нахуй, роль заберу. Ты уже не придешь никогда в жизни. Убери свои слова, нахуй. И извинись на коленях, блядь. На видео сейчас сними, блядь. Тварь! Че ты угораешь, нахуй? Тебе, блядь, на дамбу отвезти? Че, нахуй? У меня с украинцами разговор короткий, нахуй. Все, замолчал. Ой. Сразу, попустил. Я у строителя машину украл. Я каменщик, работаю 3 дня. Давай, бери свой баннер и едь тебе на скользь. Хасан уйдет. Пиздец, жалко каменщика. Хасан! 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 Деда! Хасан! Деда! Хасанчик! Деда, ты где? Ой, блин, уже 6 минут еще надо. Нисколько. Марио, где вы? В казино. А Марио замутился. Ищем их. Где Хасанчик, блядь? А сейчас я ему напишу, у меня его номер есть. Скажи, что Оливер Моретти на месте, блядь. Готов ебать всех, сосиску в тесте. Сейчас будете, ребята, лицезреть, как я буду выигрывать сейчас $1 000 000 в казино. Либо проебу последние 170 тысяч. Договариваться. Мне не нравится то, как я завис. Все, я пошел. Что будете, ребята, лицезреть, как я буду выигрывать сейчас $1 000 000 в казино? Это такой, блядь, забей, у меня, типа, слева понял, пишется номер, а у меня Хасан, типа, подписан, Хасан. А мне пишется номер его, я не понимаю, кто мне пишет, оказывается, он мне писал. Ну и где, блядь? МС. Это кто забежал? Хасан? Он на мэрии, погнали, он на мэрии. Да, блядь, заебали туда-сюда, обратно, блядь, о боже, как приятно. Сколько он готов денег проебать мне реально? Не знаю, но вчера он меня грабил на 80 тысяч. Ну потом я, конечно, вчера. Ну, я потом. А, он... был, короче, ладно, потом его Ержан грабил, а потом я Ержан разбил, забрал все деньги. Ну и сколько ты выиграл, блядь, всего? Ясно, ты нихуя не выиграл, забей. Не выиграл, сейчас, секунду посчитаю. 40 тысяч. Блять, это деньги? Ты понимаешь, я всрался до 5000, с 5000 поднял 80. Это я считаю успех. Я считаю, что вот просто ты сейчас катаешься на читахе, да? Как пассажир, ты должен заплатить уже, блядь, 40 тысяч. Подожди, Олег. Он считает это успех. Напомни ему, кто поднялся с 10 тысяч до 700. В целом, блядь, ты все деньги в казино поднял. Ну тогда. Я максимум на работе поднял 1700 только и все. Олег, ты где бабки заработал? Да я донатил, блядь, конечно. Все, короче, я тут. Феликс, идешь фильм смотреть, не? Я пойду сейчас. Не, надо знать сейчас, я тебе предлагал. Крыса сутула. Алекс Прокс, вы где, молодой человек? Я у мэрии стою, блядь. А, все, я подъехал. Ты готов? Вот, Хасан. Хасан! Смотри на этого клоуна. Хасан! Прокс на зале. Хасан! Смотри, как Хасан! Он Хасан! 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 Хасанчик! Это я его делал, о. Ты Хасан? Да не, ну ладно, смотри, как она его прическа. Нужно в казино в кости играть. Деда. Смотрите, кто идет, Боров. Вот, человек. Бля, блядь, Боров идет. Бля, это что за чухан? Это деда. Филантроп, миллиардер, ну посмотри, блядь. Посмотри, внимательно. Давай тут поиграем. Давай, на 25. Не, есть кости у кого? Сейчас всех короче, раздену нахуй. Давай, короче, давай, как раньше. Ты кидаешь мне, я кидаю тебе, мы так постоянно друг другу кидаем и поднимаем. А ты слепый хотя бы. Открыл телефон, а он не открылся. По кайфу. Слышь, мне не закрыл телефон. 268 пейджер. Давай, кидай мне тоже. Я тебе, ты мне. Так, лучше. Группа крови на рукаве. Вчера бегал за мной, я его начал выиграть сильно. Он за мной бегал. Ну да, это раза нет, да это раз, он так некрасиво, некрасиво. Так я ему все проебал.
Как ты бушки? Оставил с 5000. Потом я поехал за Киржану играть. Что? Так. Как играть в кости? Объясните мне. Ну так, типа, смотри. Слышу, не хочешь, что он говорит. Сейчас. Ну, ты будешь принимать прокс? Ну, я проиграл. Почему? Ну, видишь, ты выиграл. Тебе выпало... Мне выпало шой, мне выпало. Вы выиграли 10. 1 балл. Да. Тебе выпало 6, мне 3. Бля, давай по чирику. По чирику? Я вчера просто играл, я же не хочу. А, ну давай сейчас. На 1 доллар? Подожди. А как ты это делаешь? А надо играть на кольске без мазине. Да, блядь, ты козёл, нахуй. Это не деньги, блядь, это нормальные ставки будут, блядь. 10 000, блядь. А, 10 000. А что не деньги? Сейчас по десятке будет, блядь. И быстро. Профиксирую, проебываю. А, ну ладно. Ты два раза выиграл? Прикинь, два раза охуеть. Три раза, ебать. Давай я кину. Ты говорил. Сразу только давай я его кину. Я выиграю, блядь. А, 20 проебал! Нахер он мне 20 кинул. Несправедливо. Коротко, как проиграть сейчас 80 тысяч? 80 тысяч я проебал? Уже да. Кидай по кинул, похуй, короче. Прикольно. Maybe baby, maybe maybe baby. приятно. Нежирно и приятно. Кидай, кидай. Да похуй кидай. Все равно у меня 30к осталось. Он вчера так тоже говорит, он сейчас проебал, блядь. Ой, давай. После этой фразы я его начал проебывать очень сильно. Шанс. Все. Пизда. Ну, 70 косарей выиграл. Деда, хочешь хоть? У меня аж игра встала, нахуй. Да. Я серьезно, я сейчас. У меня всего 240 тысяч. Я не понимаю, в чем прикол, блядь. Я сейчас еду, снимаю сотку. Нахуй ты встала, свинья, блядь. Играем один раз на сотку. Это что, все? Сотку сразу? Он хочет сразу на сотку сыграть. Блядь. Я ж проебу, нахуй. Я не хочу на сотку сразу. Надо походить. Поиграйся со мной, поиграйся со мной, чтобы у меня шансов больше. На доллар, поиграй. А шо теперь делать теперь? У меня все, нахуй, конец игре, блядь. Я наигрался, все, блядь. Ну, если как-то так сделать, чтобы я типа, это, чтобы я, ты много раз проиграл. Да блядь! Бей. Я, блядь, не играю так. Я сейчас проверю, что еще надо. Забей. Ты клоун? Хорошо, что вы ненормальные ставки играют. Почему с тобой играешь? Сейчас мне будешь не лететь, уродина. Я знаю, так играй быстрее, чтобы ты начал проигрывать. Смотри, смотри, сейчас реально солю, сейчас реально солю. О! Нихуя себе первый раз, да? Ещё. Он написал, что он ждет казино. Да, блядь, сотка это хуйня какая-то, давай по пятятке хотя бы ему сказать. После четверки хуйня падает обычно, после четверки обычно хуйня падает. Он это, он казино. Хуйня падает. Он казино. Да, блядь, это хуйта ебаная. Стой, да не пошел, у меня единица или двойка выпала. Ясно, четверка выпала, блядь, почему нет? Потому что ты плюс 3 плюс 3. Я ебал, блядь, ну сейчас будет сливать нахуй, ну... Блять, нахуй принял, долбоёб!
Ладно, двойка была, двойка. Да? Все отлично. 1-2. Поехали. Научись деньги проигрывать. Что так лежит? Если второй дом попадает, бегает. А сколько? А сейчас приду. Можешь не спешить. Прокс, ты где там? Где умер? Смертью? Да, смертью компьютера, походу. Чего это такое? Да, блядь, что-то вообще непонятно, почему компьютер встал нахуй и сказал «Салам алейкум, игру передай». Ержан, вставай. «Салам алейкум, Низар! Иу!» Это как-то не хочется проигрывать сейчас, но сотка это перезвоните, пожалуйста. Что, Прокс, ты болеешь за меня, ебать? Да. Чем болеешь, коронавирусом? Да. Понял. Я тут. Салам алейкум, Низар. Алейкум ассалам. Где вы, быки, блядь? Мы вот в казино. Бля, Низар, ну столько сырей, это, конечно, пиздец. Пополнить. Давай, давай, слышишь? Алло, тут? Стой. Давай по 50-ки друг другу. Сталка максимум 25. Сотка максимум. Не, я вчера... Тут сотка, ну я только что кинул сотку, дурак. Это, короче, давай по 50-ки друг другу кидать. Не, давай по сотке один раз и все. Да, блядь, я потел, пытался заработать деньги, сейчас солью за один раз, так неинтересно. А я типа, чё, это не такая же хуйня, ебать. Это интриги такой нет, надо растянуть удовольствие. По 50-ке есть шанс хотя бы еще у всех. Что? Так мы сразу пробьем и кто-то расстроится и все. Проебать давай, я все равно готов проебать, что ты нахуй. Слава, я вот не готов, я вчера проебал 300. А дай лучше. Истри, если ты выигрываешь, ты уходишь, да? Питайся, на здоровье. Наверное, не знаю. Какие нет, деда, так некрасиво, надо отыграться, дай шанс ему. Ну, если я проебу, то я, естественно, уйду, блядь, ну ёбаный в рот. Если ты выиграешь. Если так, ну да, дам отыграться. Да, что? Mm-hmm. Ну тогда полетели. Давай еще кидай. Интересно, можно на тачку сыграть? На сотку кидай, пох. Мне осталось всего 140, там потом 40 кинешь. Ты больной. Я так и знал, блять, когда с тобой поиграл, сюда летело. Кидай 40. Тупо 1, 2, 1. Надо было, чтобы ты кидал клаван. У тебя косики для везучие. Ты меня своими выиграл. Все, пизда. Я проебал. Так и знал, что такая хуйня будет. Ну ебаный ты в рот. Ты все просрал? Ну да. Сколько у тебя есть денег? 30 тысяч. Давай на 30-ку сыграем. Его жалко. Ты в казино? Ты кинешь. Я вот подъезжаю к казино. Ой, блядь, передал 111 баксов. Блядь, мне надо 10 тысяч снять. Мне нужно снять с банка. Тебе сколько денег ты хочешь? У меня 3 тысячи осталось. Зачем тебе в банк? Деньги снять, мне на карте 30 тысяч. Ну, он сейчас даст, скорее всего, денежку. 10-ку даст? 5 даст. Поебал он, даст. А, спасибо. Что, на десятку рубанем тогда? Че я в банк сижу? Олег, что ты ему не сказал, что десятка это не деньги? Забей. Сейчас можно еще шафтер в госку слить. Начинается, а потом... Не, шафтер мне не нужен был, я всегда хотел слить эту хуйню. Швартер. А какой шафтер? Какой шафтер? Швартер. Такой, который типа спорткар Мерседес. А как кто он стоит? Да он стоит 60 чем-то тысяч там. Сколько это получу, блядь? 1040. Мне продай за 10 тысяч. Нихуя себе, а ничего, что я 40 давай, получу. Давай в кости сыграем. На него. Так я сейчас его в госку солю лучше, деньги пусть будут. Так давай на него сыграем лучше. Ну, на 60 тысяч тогда получу. 68. В госке он стоит 68.
Сука, это Хасан, конечно, я ебал его рот, но. Че, может мне, блядь, опять хуйню в эту в госку слить? Чита, слепо. Чита в госку солю, я отыграю у него деньги свои. Только я при этом, когда солю в госку, я потеряю 210 тысяч. Да посрать, это не деньги, спойлер. Ебало, закрой. Нет, ты свою бычевку видел? Брат, ты же бывалый. Филантроп. Алкаш. Я слышал, батя попросит, что тебе пришлёт на карточку. У меня нету бати. Ну, Борова попросишь, я думаю, он поделится с тобой. Первым под ребро. Ясно. Я Боров в Мейсбанке. На чём ты в Мейсбанке? Бабки снимаю. И... А ты, у тебя карточка в Мейсбанке? Да. Зачем? В смысле, зачем? Ну, зачем? Пизда мне хуёво. Ты что, блядь, гомосек? Зачем? Так, теперь у меня есть 110 тысяч, почти 117, короче. Так, все, пин-код сменил, открываю, баланс. Пин-код 134. $5. Ты это, даткоины переводил? Нет еще. Так, переводи. С тачки съебался, девочка. А ты где, Олег? Дай, дай машину. А, вот. Так, что подожди. Как у меня, ты достал меня копировать. Теперь еще и Прокс хочет меня обыграть, ну что за хуйня? Не, подожди. Я сейчас проиграю, возможно. А, возможно. Меня такие, блядь, варианты не устраивают. Почему, что это? Блядь? Вот выиграл бы я сотку у него и все, и пошел бы нахуй. Я говорил, когда... Что это за прикол? Что? Меня, блядь, что-то удерживает. Что? Я не знаю, как хуйня происходит, блядь. Вот с этой GTA, блядь... Сейчас я GTA это вообще такая хуйня, если честно. Эй. Звони Хасанчику, чтобы он поехал в казино. А, или что? Так, Спрокс, ну сколько мы играем с тобой? Давай на десятку ебанем сначала. Ну, у меня сотка есть всего. 110, 117, 117. Нормально по десятке или по двадцатке друг другу. Окей, давай все. По двадцатке, блин, кидайте. Едь в казино, дура. Угу. Зачем? Что зачем, блядь? В казино зачем? Просто, вдруг еще Хасанчик перейдет, его разъебу нахуй. Ладно. С меня баба ходит. Я Хасану, если что, могу написать. Пока что, пусть, меня сейчас Прокс объебет. Ну куда ты едешь, блядь, дура, ты, блядь, дороги не знаешь. Да я хотел, блядь, парковаться, ну ладно. Меня сначала Прокс объебет, а потом сам приедет, а чё, блядь, с кем играть? Ну, с Проксом будет играть. А. А я нахуй пошел или что? Ну, получается, так. Все, тихо. Дай мне собраться Прокс. с мыслями. Деда на кокан просто садишь? Да. Я же Боров, я же второй дед, мне полтинник, блядь. Я вчера тоже так думал, кстати. Вот когда у него фраза «Всё, мне осталось 30 тысяч, я солью», всё, с ним играть не надо дальше. Он выигрывает потом. Ну я выиграл, у него деньги. Так, вчера он меня разъебал. Сейчас мы едем. Всё, Боров заходит. Вошёл. Так Боров это же кабан. Боров это кастрированный кабан. Да. А, да? Больно. А я думал, это просто кабан. Он выигрывает потом. Ну я выиграл, у него так, деньги. Так, в казино, ну, вообще, я просто кабан. А как это Поборов. Бык, который кассированный? Ты да, он белорусский, съебись нахуй. Слышишь, блядь? Тима белорус. Девочка украинская, нахуй. Хату, блядь. Все, битва народов. Это девочки, эти мои любимки. То 4 украинки мои. Ты дебил? Папа хочет барби. Барби хочет папа. Так, все, знаете, кого можно выиграть? Ударь. Шаришь? Как ты заебла. Дайте вот смотрите, вы сейчас зайдете и посмотрите, кого можете выиграть. А это твой черный джип спиздили сейчас? Походу, да. Да, у тебя машина спиздили. Спизди только что машину. Нах ты ее не закрыл. В смысле, я закрыл ее. Видимо, ее спиздили, блядь. Борова наебали. Борова наебали тупо на джип. Блять, я хочу просто выиграть 300 косарей, купить и гелик, блять, это стать хуй. Ууу, это гелик. У меня. Чё, Боров, снимай трусики. Кто залез? Смотри, я сейчас кидаю. На сколько играем? На 20? На десятку сначала. Давай десятку. Блять, нахуй я туда залез, блять. Блять, вы слишком далеко, блять. Ты можешь сказать? Залазь сюда, клоун. Самые крутые тут только. По-моему, там только лохи не конченые. Прощай. Сколько у тебя денег? В смысле, у вас нет такой суммы? А.
че, ебанутый? Главное быть на расслабоне. Я сейчас на расслабоне стреляю, кидаю денежки, да, ну, в десяточку. Ты сейчас проебываешь, да? Если я проебу, я, ну... Либо я проебу... Ты свинья, и... если я проебу. Нет, я не свинья. Главное на флексе быть. Он какие-то мутки мутит, я тебе отвечаю, блядь. Я только что проебал 300 косарей, блядь. Вчера 300 косарей проебал. Какие мутки, нахуй? Я долбоёб. Нет, это какая-то муть, я тебе отвечаю. Кидаю своими костями, выиграю, кидают мне, я проебал. Ну пизду. Это какая-то муть, я клянусь мамой. Мамой в игре, конечно. Ну что это вот такое? Это, блядь, не, это не то. Дайте мне кости, да я один не раз. Не по-пацански, не по-пацански. Феликс, дай ему, флекс. Я хайдею кости, у меня они счастливые. Ну тогда ему, он тебе даст эти же кости, дебил. Ого, Майк. Майк, играешь в кости, ебать? Все, thank you. Сейчас я его, блядь, натяну быстренько на десяточку. Mm-hmm. Наебешь меня, да? А какой у тебя ID? 268. Кидаем друг друга, давай, и принимаем вместе просто. Так две ставки будет за раз. Так что я играю. Подожди, стой, подожди. 268, подожди. Играть. 2. Блядь, 2, 6, 6, 8. О, Хасан. А, это не Хасан. На десятку кидай, смотри. Я принимаю, ты принимаешь. Хуяк. Ясно. А я же говорил. Хуяк. И хуяк. Не, старая, это хуйня какая-то. Я на расслабоне, мне похуй. Все, на расслабоне. Опять деньги проебал. Ну, я, лайк. Расслабоне, я релаксирую. То, что ты сейчас выиграл, встречу, ставлю 20 тысяч, я выигрываю. У него депрессия сейчас будет, Рокс. Бля, долбоёб! Не давай кости, блядь. Отдай мои кости. Сейчас, подожди, передам. Какой у тебя ID? 276? 276. Да, у него 276. Сейчас передаю. Передаю кости. Еще раз ты ему кости дашь, тебе ебало сломаю. Забираю, нахуй. Ну давай, еще последний раз и все. Я домой с голыми трусами еду. Куда назад, блядь? Ну ладно, давай, еще последний раз. У меня последняя двадцатка осталась, и я с голыми трусами еду домой. По-моему, ты меня наебываешь. Все. Три раза подряд просто. Так и Феликс, сколько раз подряд возле казино выиграл? 6, 7? Я так. Блядь, что это опять случилось? Что ты опять хочешь играть? Так а что ты не переводишь валюту, биткоина? Я не хочу пока. Почему? Понимаешь? Будешь миллиардером филантропом, нахуй. Да ты понимаешь, то, что я их сразу начну тратить на хуйню всякую. Нахуй, не тратить, я тебе ебало сама себе будешь тратить. Вот видишь что, вот я тоже не хочу тратить, поэтому, блядь. Видишь, он уже в кости проиграл. Да, блядь, я сейчас приеду, хочу миллион. Зови Хасана, зови Хасана, ему пизда. Хорошо, зови Хасана. Белка, пошли на улицу. Пошли. Сейчас ты приезжаешь через 3 секунды, и я, блядь, вычисляю его по IP, блядь, приезжаю в Злопостронск, нахуй, в принципе, блядь. Ой. Осуждаю. А вот этого, кстати, на ютубе нельзя говорить. Вот это угрозы вот эти, я осуждаю. Какие? Угрозы личной расправой. Я тебе найду. На отвлечение игра, да. И я разнесу тебе кабину, ты понял? Так, а что мне искать? Приезжай. Ой, приходи с собаками своими. Блять, еще и КамАЗ мой спиздили, блядь. Со своими овчарками, то ли тупо 4 овчарки, 3 на 8 нахуй шкафы, блядь. Оливер, Оливер. Что? Ты черный пидор. Почему мы КамАЗ украли, блядь? Сердем. Ай, не надо. Ну приедет, че не? Ну сейчас я написал. Мой КамАЗ вообще находится в залупе какой-то. Ну ничего бывает. Смотри, сейчас, Алекс Прокс, ты просто должен молиться на меня, чтобы я сейчас выиграл. Да пошел ты нахуй, ты у меня все деньги отжал, блядь. А я ты у где заходил? Я проебал, знаешь, сколько денег, ты сам захотел со мной поиграть, еще. Так ты у меня отжал. О, смотри, мусора в казино приехали. Я у тебя 50 тысяч выиграл о чем-то. Мусора в казино приехали. Да они часто приезжают в казино, блядь, тупо рулетку покрутить. Сколько мне осталось до рулетки, блядь? Скоро. Смотри, приехали. Мусора. Здравствуйте. Кто не вызывал? Господа, никто не вызывал, вы хотите поиграть в кости? Нет, мы на службе. Сет Флорес, я же знаю, что вы хотите поиграть в кости. Нет денег, наверное. Так, сейчас будут. А может, не вызываю, приехали рулетку покрутить? Нет. Не дергайтесь, не рыпайтесь, стойте на месте. Ваше дело принять. Ладно, можете на 1000 сыграть, так чтобы. Нет, так, мне надо на работу устроиться. Ну смотрите сами, как хотите, я вам предлагал. А вот ваш коллега, скорее всего, заберет у меня 1000.
Оливер, играем на 1000. У меня последняя 1000 осталась. Я мусор обогнал на 1000. Давай на 1000 с тобой. Это взятка. Адам 1, код 7. Что, на 1000 сыграть с тобой? Да, на 1000. У меня последняя 1000 осталась. Все, мне все равно. Мне нечего терять. У тебя уже больше не будет 1000, ты че? Смотри, бах. Ну все, жизнь. Не зря ты был. Блять, это пизда. Шок, ебаный, я не хочу играть в эту хуйню больше никогда. Надо, чтобы мы сыграли, я сейчас буду на крупной ставке играть с Хасаном и проебу, блять. Ну слава богу. В смысле, слава богу, то есть, твой кореш проебет все деньги, я буду плакать, блять, ныть нахуй и все. Твой кореш все деньги просрал, блять. Какие деньги? У тебя биткоинов миллиард, нахуй. Тебе вообще похуй на бабки должна быть. Он написал, ты вообще донатишь в эту игру, блять, а я трачу свое время. Это жизнь, блять. Она неизмерима. Неизмерима. Понимаешь, сколько я времени потратил на то, чтобы я сейчас свой читан сломаю. А, вот это уже козелишня. Там нет отмычки даже чем-то, и там зеленая зона. Да? Я взломаюсь через телефон. Здравствуйте, в кости играем. Я через телефон сейчас сломаю его. В кости играем. О боже. Ну, это, короче, Хасан не будет с собой играть, ты сказал. В смысле не будет? Пиздец, просто друга раздел, блядь, я тебе туфли могу подкинуть в тачку, блядь, козел ты, вонючий. Давай. Ладно, я не слышу, скажите, просто громче, мне просто наушник спецсвязи, там, пиздят дурочки. Ходите, пусть. Так, берешь? На 10 тысяч, давайте. Смотри, вы игра на 10 тысяч. Я уже проиграл 300 косарей, мне вообще по барабану, если честно. Я уже проебаю. Да, ой, 1000, блядь, ебать. Не понял, ты что? Вы уже предложили мне. Давайте еще на 10 тысяч. Зеленая гнида, блядь. Да я их так... Так, мы сейчас поиграем и разыграемся, нормально все будет. Не разговаривай, иди нахуй отсюда. Мы сейчас просто, вот так сказать, с вами потусим. Все, держи обратно, давай, все. Тебя не слышно, петух, блядь, нахуй ты себе под нос говоришь. Сердце Флорес. Видите, он из зеленого человека. Он угрожает человека в белой рубашке. Профессор Залупин, съебался нахуй отсюда. Туфли с носками, ебать, беру. Прокси сказал, что зеленый тебе угрожает расправой. Отойди от меня, придурок. Ебать, такие туфли модные, ля, подходят мне. Отойди от меня, тебя воняет. Уйди от меня. Все, веди себя адекватно, я сказал, что он тебе угрожает. Так, кто кому угрожал? Заберите его, вон, вот этот. Он угрожает, вот зеленый. Личная расправа, реально. Вы даже не слышите, ну, блядь. Сасса у вас есть? У нас, вот, у нас понятые, три понятых. Я очевидцы. Это должно хватать. Добрый день, пожалуйста. Он убегает! Убегай! Ловим его! Че вы ебнул рукой, блядь? Лови его! Че вы кулаком пизда на прикопе, блядь? Сейчас М-ка могу на зичку достать и пиздаем. Не надо. Это нам будет хуёво, согласен. М-ка это не снял. А, блядь, тут зелёная зона, я пиздец. Стоять, разбойник! Сука, спортсмен! Ля, вы шо, Боро? Это зря он не в зелёную зону вошёл. И зелёный выходит. О, вышел. О, блядь! Смотри, что творит! Гусь! Что творит? Смотри, гусь какой! Я его уебал. Хорош. Ебать, я его смог уработать, ребят, я его смог. Знаете, если на эльфийском говорить, багнулось, я не мог... Так давайте быстрее его ногу поднимать, его арестован. Накидывай на этого дауна. Отходите на ручку, накинь. Отойди просто. Хотите прикол? Ему по... У меня... Это я стрелял с ХК, которая только у шерифов есть. У меня нелегальное оружие, блядь, им похуй. У меня даже лицензии нету, блядь. А вы запечатлели это, надеюсь? А, он да-да-да. По коду 0-10-0, граждане покинул штаты. Я ранен, он меня ранил, у меня полевое, у вас есть аптечка? Полевое? Вас? Где? Кто? Оливер, ты? Да-да-да-да. Да, сейчас его держите. Так. Спасибо. Пожалуйста, держите. Ой, спасибо. Он наехал на меня изначально. Вы издеваетесь. Хорошо, что я вас мог прикрыть, ребята, да? Ну ладно, ребят. Все-таки. Да, тупо чуть Борова не убил. Сами понимаете, Сет, у меня как бы еще с прошлого штата опыт остался. Все-таки. Старику, дайте ватку в нос. Спасибо. Да уже нету, ребят, всем раз. А, понятно. Понятно. Как обычно, надо пожилых всем насрать. А это сюда. Боже, на него Алик бочку катил. Получил! 10-0 по коду 0. Роберт 1-10. Служу народу! Роберт 1-10-4, блядь. Ой, боже, такой. 10-2 по коду 0, блядь. 10-2 по коду 0, отмена, ебай! Оля, Роберт, блядь! 10-88 на. По коду 10. По коду 0, 10-90, блядь. О, попроси, стой, тормози! Алло! Стой! Помогите старому, пожалуйста, у него кровь из носа. Слышь, пенсионер, помоги!
Помогите пенсионеру, у реально кровь из носа пошла. Посмотрите на него, ватку ему в нос. Посмотрите, посмотрите ватка в нос. Перекрыть, смочите ваточку и воткните ему. Вставьте. Смочите и вставить. Ну что, машина спиздил? Я смотрю, до сих пор, блядь. Ватка, ватка в нос нужна срочно, плохо. Нахуй стрим запустился, никто не смотрит, блядь. Эй, стой! Стой! Тихо! А? Да, да, да. Надо название изменить на дэднет, может будут люди. Шо? Спасибо. Снял ватку, блядь, и говорит... Угу. Thank you very much. Ебать, отряд полиэтиленовый пакетик. Снял, снял, говорит, ватку из носа и поехал. Из своего достал тупо носа. И тебе воткнул. Блядь. Да с кем еще поиграть в кости, ебать моя в рот. Все, какие кости, смотри. Я проебал 300 косарей, чел. Ты просто садишься... Ой. Зайди туда, назад, там есть, по-моему, кто-то. Алло, алло, в кости. Блядь, в кости. Давай, на 3К кости. На 3К, ну это, конечно, призван. Ты что, блядь? Давай, на 3К, ебать. Все, я поехал устраиваться на работу. На 300 косарей прибыл, я в рот ебал. Ой, дядя, что-то не то нажал. Да, кстати, по базар с директором. Все, я пошел. Я пошел пешком. 3 косаря. С тобой. Ты мне бабки, сука. Вообще, как пизданем в кости, что у меня осталось. А ты какой дождь? В кости. У меня выкинули вип-вариант. У меня тоже. Играем? Вип-вариант. На 5К он играет, он на 5К играет. А как его спрятать? Сумку в карман там, я не знаю. Ну, типа, надо на настройках смотреть, либо инвентарь убрать. Только этот, вот так вот, да, можно его в руке таскать, а потом убирать? Ну, типа, не, можно, смотри, можно, типа, поставить в М. Ой, в настройки. Я извиняюсь, настройки. Нет. И назначение клавиш. И в самом низу давай, там где-то давай, будет, вот. Назначение клавиш. Взять ручное оружие, убрать оружие, вот. Режим стрельбы, показать пальцем, нахуй, нет, надо. Полицейский мегафон Б. Ага. Эффекты камеры на вертолете. Да нахуй. Убрать оружие. Какое бы назначить? Я мне на равно. Я сделал единичку, оружие достает, двоечку доспрятать, прячет. В натуре. Я на равно стоит, брат. Нет. Ладно, я проебал деньги, все, больше не хочу играть, я на проекте ухожу. Ты что, идет? Ладно, еще у меня 156 тысяч есть, плюс 167. Все, прок, садись, блять, а ты нахуй. Ну-ка. Хоп. Хоп. Ничего не работает, блин. Они охуели или да? Да прокс, тебе нужно оружие сначала экипировать. Оно у меня экипировано. Что у тебя за экипировано? Нож. Ну, у тебя, ты выбрал что? Ну, там есть основное оружие, нож, холодное, ну вот это ручное. Блядь. Там же выбрать надо. Поехали. Правильно, туда его нахуй выкидывай, блядь. Понятно, я пошел пешком. Да, я встречу могу сделать. Подойди сюда. Не хочу. Он сам вышел. Да бей, Олег, пацан. Да блять, прокси 50 тысяч. Нахуя? А ты пацан. Я вот эта вот машина нужна, блять. На, кал говна. А, все, ладно. Пошли, прокси, пошли в доме пешком. Да иди нахуй, животное. Пока, пока. Твари. Просто помоечная машина, которая даже братву не может возить. Просто ублюдская. Вот. Ну это просто эгоист. Зачем ты себе в монитор плюешь, придурок? Микрофон, начнем с этого. Ну, в микрофон и в монитор. Она передается вам наследственно. Ты что, еблан? У тебя коронавирус в голове. Ничего. Отравлюсь. Желтороты, все, помолчал. Желудочки. Мне же недавно клапана заменили на желудочки. Взять ручное оружие, взять метательное. А где холодное оружие? Ручное оружие, это холодное. А, ручное оружие. Но у меня будет на шестерочку оно. А, короче, бля. Понятно всё. А нахуй я лёг? Автор 0 лет. Кто меня... Ты шо, болеешь? Погнали. Ты шо, болеешь? Нахуя ты... Ты шо, блядь, Алёша? Смотри. Ну я взял... Ты шо? Нахуя... Подожди, шо? Нахуй ты нашу спал, убери его нахуй. А почему я бежать теперь не могу? Я тебя связал. Сейчас стой, дай разбежу. Ты что, болеешь? Все. Придурок, блядь. Я его вырубил. Он говорит, нахуй я не могу. Понял.
Ты что, веришь? Да, иди, сука. Нет, меня. О, подожди, велосипед, тихо, нахуй. Я хочу пиццы. Блять. Он не открывается. Взломай его. У меня нет, меня отмечено. Я хочу пиццы. Я хочу пиццы. Я хочу пиццы. Он не хочет с тобой играть. Надо, чтобы захотел. Пишется, что, блядь, руки в стороны. Все, тихо. Куда ты побежал? Я побежал по аллее звезд. Скажи, что я машинку в госку слил, блядь, у меня есть 37 тысяч поиграть. Мало хуй. Промат. Ты гости покупать будешь? Тихо-тихо. Тихо-тихо. Я знаю, тварь, что ты уготовила там. На, блин! А если бы откис? Ты пух. Тебе бы до аренды было в жизни. Ладно, все, я без ножа, брат. Подожди, Сатришо едет. Шо? Ух, нихуя, бродяга. О, у меня эта машина кара-кара градила, вторая, которая была. Идет, идет. Идет, нахуй, идет. Фотка быстрей! На! Ай, блядь, вернулся, успел. Походу, твою машину Прокс нашел. Вон мне. Да это он ее спиздил. Возле лайфа сейчас нас, он сидит в ней. Ну сейчас ломаем его хуй. Сейчас, подожди, мы подъедем. Он поехал. Он поехал в сторону, в центр города, в сторону элитного автосалона. Все, я потерял его, блядь, визуальный контакт, до свидания. Боже, блядь, все пошел нахуй. Нет, да. это говно не. Посмотрите, фоточку в суперчат скинул, это вообще трэш. Трэш? Крузер, бей. Крузер. Так? Крузер, самый первый. О, пиздатый. Ааа, вот оно что. Ну поехали, что, бандит. Че ты скинул суперчат, я не вижу нихуя. Поехали, бандит. Чекни. Бандит, оружие достану. Так, на капс. На капс нажми. На капс нажми. Бэтмен волшебник, я хуею. Валим на гелике. Тупо валим на гелике. Поехали налево. Нельзя драться, хочу в тюрьме драться. Хочу пиццу. Это шо, блядь, за пидорасы тут вообще? А может у них машины открыты? Да. Да похуй, ладно, у нас тут. Если электрокар, то я его взломал. Если суперкар, я его тоже могу взломать. Подожди, я чуть не въехал. Старый, погоди. Байк. Блять, продают аренду. Этих, аренду продают возле правительства прямо. Это самое пиздатое, за 2 миллиона продают. Нет. Это самое, да, пиздатое. Это самое. Это лучше, чем тюрьма. Это самое пиздатое, что может быть. Не, может быть, больница лучше. Нет, нет, даже больница не лучше. Люди, которые заходят, блять, все, блять, они всегда едут на эту аренду. Ставь это. На, ну, блядь, продавай штаг, вот, дом продавай. Покупай. Блядь, ты что, болеешь, нахуй ты меня сместил, блять. Как качок раба, мне места мало. Ты что, болеешь? Прокс-то не хочешь купить? Да нахуй мне нужна, блядь. Я хочу поторговаться за полтора. Реально, она очень много приносит. Надо. Ты как раз бизнес я хотел. Слышь, козел, блядь. Козлина. У нас офис будет зато. И я и бизнес. Да, вот я, ну и без рогов, этот бизнес очень прибыльный. Пизда. Так ты еще и офис делал в Аркадиусе. Прикинь, целый офис. Я хочу пиццы. А там в офис как правительство, прикинь. Мы просто второе правительство. Я хочу пиццы. Пройти с Тоборова. Хочу пиццы. Хочу пиццы. Хочу пиццы. Хочу пиццы. Хочу пиццы. Да не хоти пиццы. Ты сейчас говна поешь на палочке. Ой, все, я ищу транспорт. Беру. Открываю мобилос. Я хочу пиццы. Узнать местоположение. Все, найдено. Выхли. Хочу пиццы. Кто не приедет со мной, тот свинья. Все, брат, поехали. Брат, Прокс, я приехал, но ты сам понимаешь, мне еще чилить в тюрьме. Это надо на подогрев ему прислать, как его, маляву о помощи. Ну да, маляву надо мне. Надо подогреть родного. Смотри, я на велике как педали кручу. Я вообще, сука, самый быстрый на районе, блядь. С каких пор? Сука, ты, я пожилой вообще, ты видел меня, нет? У меня 134 бакса в кармане. Мы летим 40 км в час. На свадьбе кармашки маем, лежит там ночью и днем. Я хочу пиццы. Поднимать тебе пиццы, не забывать.
Я хочу пиццы, 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 я хочу пиццы. Лёха, ты животное. Он не клоун, он кобель. Хочешь ротиком проверить? Ротиком проверить. Ты, проверь, походу, ебать. Сука, парень. Тупо кусок кала. Кто, кала? Подожди, это что, на фиолетовом районе? Тачка моя. Посрать, погнали. Сломаем. Кого сломаем, блять? Нас тут сломают, нахуй. Велосипеды наши тоже. А, так если что, там знакомые мои, слышишь? Я могу... У нас самый титановый велосипед. Ты в курсе, что мне на фиолетовом районе хотят разбить ебасосину? Кто? Кура, не знаю, фиолетовый. Ты уверен? Да. За что? Да я хуй знает. По приколу. Я сейчас только так узнаю, что Прок зарезал твоих троих. Ай, господа, в косик там играет? Нет. Не, серьезно, за что? Это плохо. Да это я плохо. Не знаю. Есть слева вот тут на ЛСК? Цена договорная. А где? Смотри! Ну чё, Дима, ты застрял? Достал нож, режь, блядь! Тайминг, где? Аут, 6 секунд. Кого ты режешь? Подожди. Брат. Ты тут? Да. Я с... Война в группу. Получается, там, тля, Прок, ты где? Хочу пиццу. Что это за гусь, блядь, сюда тачку? Опа! Смотри! Смотри! Стробери, шоссе Лау Пуэрто, блядь. Нет. Лау Пуэрто, блядь. Ну, я нашел тебя. Вот, смотри, гусь! Не, гусь. Смотри. Подожди. Подождите, тихо, все молчите. Пётр, это ты? Пётр. А? Вырубить его. Подожди. Слышишь, старый, а кто эту машину взял? Вот эту чёрненькую. Ну, в прямом, она здесь стояла. Уебать ему? Тихо, подожди. Нет, она стояла за контейнером. Пиздит, вырубить его? Подожди, сейчас тебя научу делать. А ты не знаешь, где он сейчас? Я пошел в сторону Ламара. Да? Что за игнор, ебать, дура, ебать? Пушка бежит, девочка. Ага, ну давай дождемся его вместе. Идем преследовать. Может вырубить его из стяжки, чтобы он не убежал? Интересно. Ну мы его ждем. Ну типа да. А чужая. Разберемся. Она на него там стояла, да. Ну я и говорю. Олег, а гайдишник угнал машину, слышишь? Сотый пример. Сто с чем-то. Не 316. Тихо-тихо. Чего еще раз? Так она там и стояла, и не должна была там. Она не должна была там стоять, друг. Драйв? Да. Ты смотри, блядь, на чем мы ехали. Вы на фэмах? Нет. Все, я понял, спасибо тебе большое. Вырубить его? Не надо. Хорошо. Вырублю. Не надо! Вырублю. Да не надо, не трогай, он нам помог. Все. Спасибо тебе большое. Давай, удачки. Давай в тачке посидим, покараулим. Не, он фургон повез, ему потом скутер дадут. Пошли к Ламару быстрее. Надеюсь, он не успел выехать. Погнали, погнали, быстрее, быстрее, быстрее к Ламару едь. Я могу стрим откатить быстрее, какой дишник был. Не надо. А как он выглядел? Лысый был? Не, черный был. У него очень пухлый был. Негр. Негр то сюда такие. Вирус. Вырубить его? Не надо. Подожди, вон пенсионер в желтой рубашке, блядь. Вырубить его? Подожди. Я уже не могу. С фиолетовой сумкой, правильно? Да.
И кто-то айдишник, все сходится. Да. А фиолетовая сумка я не вижу. У меня вообще, по-моему, нет сумки. Ему въебать? Я сейчас въебу нахуй все здесь, блядь, живое. Смотри, видал? Пошли, бай, разъебем. Поехали. Под пердачелло сюда. На, еще, блядь! Персик от кис. На, он еще чел въебал. Не, ну за такое я ебал, реально, малма. Я его даже не сместил на своей, на своем корыте. Получается так. Вы там догоняете, не? Не. Ой, блядь, паркур. На, ебать. Мы прямо сюда, Прок. Шо? Мы прямо едем. Там просто поворот один пропустил уже. Надо, короче, блядь, все, я заебался тут этой хуйней просто кататься, блядь, хуйней заниматься, надо делать дела. Погнали. Клаба убить. Например, купить аренду за 2 ляма. Купи реально аренду, она очень прибыльная. Да не прибыльная, нихуя, это успокойся. Самая лучшая аренда, блядь. Это самая лучшая, это у бомжатника сразу. У правительства. Прикинь, где появляются все. Он сразу заходит. Потом мы, я ее часто беру. Когда у меня машина у меня когда стоял. Дома не было, я всегда там брал. Я уже, наверное, кстати, купили. Мне кажется, я купили. Я хочу банк купить. Ну вот банк купишь. Флику. Вон, вон, еще продают, смотрите, в чате. Типа, ну, флику ты за сколько ты ее купишь-то реально? За 10 лямов, спорим. Блядь. Сомневаюсь, блядь. Мне говорили, то... что банки вообще, типа, не прибыльные. Типа, если как для бизнеса просто, то ты можешь взять что угодно. Не обязательно банк. За такие бабки. Можешь взять вот банк. Это... Можешь вот купить это... банк Блейн. Легче будет то. Да, Блейн говноедский был, да. Вот, смотри, вот так, это аренда. Банк... Я тебе говорю, вообще никакой банк не приносит денег. Вообще никакой. Ну, не знаю, третий приносит, мне кажется. Пацифик приносит, потому что мне один. Говорили челики, владельцы флики, еще и их кореша, что нихера не приносит. Получают деньги они только если люди создают карту за 200 баксов, и когда люди меняют номер карты. Все. А даже вот эта комиссия, что на банкоматах, ничего им не идет. Иди сюда, Прокс. Чел, фиолетовая сумка, смотри, есть. Я его потерял. Да, он уехал, отбей. Вот, вот эта аренда, ну реально она обалденная. Смотри на эту сосочку. Обалденная. Обалденненько. Опа, пальчик сам. Оно. Так, короче. А почему ты не хочешь за такие бабки, за 30 лямов, купить оружейку или ЛСК? Оружейка тоже прибыльная очень. Оружейка? Первая. Это хотя бы прибыльно, а где, пиздец как. А где оружейки продаются? Зайди, блядь, в этот, в Аркадиус, они вроде чё по госке есть, если не покупить, не выкупили ещё все. Не, там, по-моему, остались все госки, за, там какая-то госка, цена, блядь, за 7 лямов. Ну а что там продается? В чем проблема? Угу. Продается этот. Ну в чем погнали, проблема? Поехали в Аркадиус. Зачислено, зачислено, бабки на базу. Завтра в 12 и доминатор. Шафтер V12, по-моему, ручит, да, когда едет? Ну и стучит, когда тормозишь. Ручит, когда едет, стучит, когда тормозит. Реально, вчера чел при мне продал V12 шафтер. Чел на нем катается, возвращается... Это Доминика! Доминика? Нет, это не Доминика, это Доминики знаком. Это вообще пацан клоун. Я думал, он его так любит. Его лир то такие. Ясно, блядь. Байтер ебаные. Ебать! Тут. Ебать, тут движ, Париж на церкви. Церковь в центре города. Ле, ебать, я буду в кости играть. Назад. Сейчас скажу. Церковь номер. Просто церковь, блядь. На тут единственная церковь. Церковь, короче. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. А что у вас тут за движ Париж? Ну, у нас да. Благотворительные раздачи вещей там. Свидетели Иеговы, клан. Клан Свидетелей Иеговы. Ну, вот люди не нашли общего языка и... Флека да. Банк, это все банки сразу. И сразу за пушки хватаются. Что за богохульство, ёбаное? Елизаровская лучше. Батя, офицер.
Вот это вот костюмчик можно. Ладно, давай ему что-то офицер, там человека... Да, ранили во время перестрелки. Вот магазин оружия очень много продается. Так, что ты, кому ты позвонишь? По поводу чего? Аренда? Подождите, это я... На маленьком Сеуле есть. Маленький Сеул это где? Маленький Сеул это... Так, это... Пойдай рис, где-то, по-моему, или нет, нет. Маленький Сеул. Блять, у меня карта не работает. Это море, вот. Маленький Сеул. Маленький Сеул, по-моему, тут где-то. Слева. Вот, да, слева. Маленький Сеул, ты возле правительства, оружейка. По идее. Тут Дель Пьеро. Вообще называется, да, Дель Пьеро, но в этом канале... Алексей Александрович, здрасте еще. Маленький Сеул, это четвертая эманация. Да, следи, да. Короче, да, он сказал 6 часов на Елизаровск. Ну, кстати, нормально. Ну, неплохо. Да, я... Хотя, ну не знаю, на Гранде я в такой закупался. Потому что там другие были в Сэнди и в Фалет. Алло. Ну есть оружейка четвертая. Оружейка четвертая сейчас продает. Так. Парикмахерские. Оружие. Она не махон, да я ему. Вот государство. Зайти. Стой, ты какую именно покупаешь? Да подожди ты, блядь, я еще ничего не покупаю. Купить 9 миллионов, первая госка. Ну и что? Ну конечно, похуй. Ты же богатый. Миллиардер ебучий. Да вы охуели, блядь, сюда. Какой ты хуй. Вторая, Чумаш. Чумаш, смотрим. 7 миллионов. Все а, да. Они все одинаково, по-моему, должны. Смотри. Не все одинаково. 6200. Идем на уменьшение, блядь, дойдем до миллиона. Слышь, маски продаются. Ты можешь их купить заранее. Реально, блядь, заранее купи, блядь. Предзаказ оформлено. Ну вот, они продаются. Сейчас то спущим в нас. Не продаются они, блядь. А, на реконструкции. Я думал, это продается. 5400. А, ну, блядь. Нормально. Ебать, ну, нихуя себе. Берем, ебать, берем, конечно. 5400 это где? Да, где куда? Это Грет Чапарелло. В другом штате. В Сэнди Шорс. Амунишка. Это бред вообще. Там не, в Сэндике, кстати, нет. Неплохо будет. В Сэндике там нормально, мне кажется. 6600, не, хорошо, не. По кайфу, блять. Четвертая амуницию покупай. На маленьком Сеуле, которая. На 9 лет. Она 10 лямов стоит, а тут в 2 раза меньше, считай, разницу. Чёрт, не? Сэнди Шорс, Палета Бейлос. В Палета Бейлос сколько? Когда последний раз ты вообще был в Сэнди Шорс? Не, в Сэнди... Блять, мы там не играем. Палета Бэй 6900. Ну чё там, где там за 4 ляма-то, блять? Сука, сейчас разъебу тебя, выйду нахуй. Реально. Улица, вышла нахуй. А, ЛСК. ЛСК. ЛСК, все нравится. Они есть одно. Там 7, по-моему, за 7 было, не? Есть одно какое-то в жопе мира. За 7 на Сэндике, если я не ошибаюсь. Заправочная станция. Купи заправку все. Все нахуй, блять. Что ж такое, кто ехал без меня? Смотри, какой фраер сидит. Сейчас я ему въебу. Ладно, я попробую. Что ты всех жалеешь? Да потому что не надо так дела вести, блядь. Там взял, подошел и въебал. Ну, чтобы знал, блядь, как тут папа. Блядь, это понятно, что мы здесь отцы, блядь. Но надо, блядь, это... Уметь это делать. В это... В нужной ситуации. Подошел, блядь, взял крепко руку, сжал в кулак и сказал, пошел нахуй отсюда. Я обычно говорил, что это делать. Видел, как я мотоциклиста выкинул нахуй? Не отходил. Блять, Феликс, пиздец. Просто челик едет и въебывается в мою тачку. Ты с Райаном разговаривал, клоун? Слышишь, я новую дубсту вижу где. Новая дубста. Какая новая дубста? Какая новая? Ну, которую добавят. Кого, блядь, добавят? Где ты новую видишь? Дубсту. Покажи. Смотри, демонстрация. Пожарные! Побежали креститься. Это подожди, я хочу гелика? Пожарку устроить. Да, гелик, новый. Да нахуй. Ебать, фото, покажи. Смотри. Сейчас. Подожди, у меня стримы лагают, пиздец как. Он же, да, новый. Подожди. Это просто затюненный гелик, брат. Не. Да. Нет. Да.
Это администраторский гелик. Ты можешь видишь? Просто скинуть скрин, блять, суперчат, не? Блядь. Саня, это ж новый гелик вот это вот? Или это просто затюненный? Ну, вот он мне не верит мои. Сейчас гляну. Ну, ебаный. Так. Вот. Ну все, тогда по кайфу. Покажи. Это боже, новый. Новый. Да, это новый, кстати. А это где вы? Это вы где? Это вы где? ЛСК вторая. О, пойду Саня попизжу. А можно, можно покататься? Она не дает никак кататься на модовых транспортах. Нельзя. Батя, я хочу его, я как раз гелик хотел. Сколько он будет стоить? А на рейдерного все покатаюсь. Прокс, прокс, прокс! Мне Саня дал покататься на новой дубсте. А, бля, сейчас приеду на вторую ЛСК. Я тоже еду на вторую ЛСК. Я как раз с Саней побежу. Как раз да, кстати. Знаете, кто должен приехать, все должны ударить Саню. Да тихо нахуй! Сейчас, блядь, зарублю всех нахуй. Все, блядь! Рублю. Я каменщик, работаю три дня, блядь! Я въебался. Сука. Не дай бог, Саня, сейчас я думаю, что мне центр города. Здесь же, блядь. Центр города. Центр города, ебать мне. Да, вот. Я не поставил, я метку туда поставил. Мой номер 245. Ты пристегнул ремень, блядь, козёл, нахуй. Я не зачем. Ты шо, охуел, блядь? Да, Саня, брат, кореш, привет! Ну не посрать, я же человек. Iron Man, знакомься. Ой, ебать, куда улетел? Куда съебался? А что это за машина, ебать? Где? Да тут. Не, новый гелик, кстати, он... Интересно, он как, блядь, чем он отличается? Он, перед у него прям пиздатый. О, бампер охуенный, вот, я понимаю, в чем прикол. Именно бампер. А это старый, да? Давайте я взломаем, блядь, кого отмычка. Тихо. Где Саня? Он пока занят, ничего, вон там стоит там рядом, в розовой кофточке. Давайте спиздим ее. Ну, знаешь, не особо, кстати, и отличается, на самом деле. Ну, обвесы охуенные. Брабус тупый, блядь. Я, ну, наверное, себе эту дубсту куплю, вот, которую... Я тоже его буду брать. Я 100% ее брать буду, она настолько четкая. Она прям прикольно выглядит. А ты покатайся на этой, Саня на этой мне разрешил покататься. Это обычная, блядь. Да? Либо это чумодовая, но не без обвесов. Это без мода, это без мода. Ну, она закрыта, блядь. Кого, дебил? Открой. А, так я это могу открыть, да? Да. Ну нельзя кататься, Саня сказал. Сука. Да он не видит. Он забанит, он сказал. Кого он там забанит, блядь? Не трогай машины. Ну эту можно, блядь? Ну, ту вот, которая, ну, та, да. Че за забанит? Бан сразу. Бля, ну пиздата. Только сел в тачку и сразу в бан. Бах! Бля, на откис. А какой салон? А это вот машина Сани, да? Да. Блять! Я хотел понять. Это не Саня, Саня на гелике приехал. Вот это чё корыто? Это Санина. Вот это прикольная, кстати, машина. Это новая. Форд такой чисто. Вы можете его открыть, кстати. Ой. Надеюсь, там петух, Саня. Ну такой. Блять, меня стрим долбоёб. Мне плохо веришь, нет? Мне интересно салон посмотреть. Ну сядь, блядь, посмотри, я гляну. Ага. Плюс бан. Ну это... О-о-о, открыл дверь. Так открыл и не буду садиться дальше. Подожди, смотри, смотри, я сейчас закрою, смотри, хоп. Я посрать, я застаю. Давай так вот зигу. Оп, блядь. Оп, красавчик. Ну я насмотрел, а тут какой? Ну все, одинаковый салон. Одинаковый, думаете? Чисто для сравнения, чем они отличаются от обычной дабстера, просто не понимаю. Мне прям нравится, но мне не нравится выглядеть обычный дабстер. Чем они отличаются, блядь? Посмотри, видишь, у них можно убрать вот этот номерок, да, типа дабстер самой. Сзади можно поставить колесо. Вот это вот обычная дабстер, я так понимаю. Нет, это не обычная. Это точно такая же, как и та. Только смотри, видишь, вот этот значок можно убрать полностью. Фары можно поставить, вот такие вот. То бишь, вот такой вот сделать. Так может это просто тюнинг добавить такой? Ну так он, это необычный, дубстер. Да? Это новые, которые введут. Мне кажется, это все, тут нет стандартной дубстер. Мне тоже так кажется. Да, тут нет стандартной дубстер, забей. Пацаны, тут у всех обвесы такие. Он просто обвесы разные повесил в тюнинге. Ну так, так, да. Понял, отходим. Я думал, тут именно разные дубстер. Боров в деле. Суки на пределе. Иди, Сани, нож под печень. Давай нереально, кто не засыт, его ударить. Фрокс. Надя, у кого очко не жим-жим?
Прокс, за косарь ударю админа. Не, ну раз за косарь, баб. Раз за косарь, то, блядь, можно их бан лететь нахуй. Да не, он не откинет бан, мне кажется. Давайте хоровод водить. Давай, 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 хоровод, вокруг Сани. Блядь, распределитесь как-то, во-во. На шифте давайте, на шифте. Ускоряемся, раз, два, три. Может, пока он спит, можно гелики спиздить все? Он приходит, блядь, а у него тут ни одного джипа нет. Ты разъезжает мафия, блядь, черные кабачки, блядь. Прок, давайте такие штаны купим, чё ты, блядь? Это штаны Фомы. Это штаны нашей Фомы будущие, нахуй, понимаешь? Мне кажется, Прокс, блядь, не умеет ходить хоровод. Давайте просто ходим, просто ходим. Убираем щит. Да, блядь. Короче, я гелик спизжу, похуй. Это животное сидит, молча. Животное, просто ты такое животное, Олег. Давай, Лёха, до конца. Надеюсь, тебя в бан кинет. Охуеть, он пиздато выглядит, у него оптика сзади пизданутая. Пока, пацаны. Блин, он пиздато, конечно. Кстати, гляньте, не-не, вот это, короче, стандартное все-таки, мне кажется. Вот это стандартное. Да не, не стандартное. Вот, посмотри на оптику просто. Вот это старая оптика, вся. Вот это вот новый, все. Вот это все новое. И вот этот новый справа. Я Лехе в жопу залез над головой. А, реально, это скорее всего старое. Вот это вот старое обычно, думаю. Да, и тут типа въехал, хотя бы как будто обновили. Ну. Вот это вот новые два. И оптика тут новая, и передний. И диски тут старые, видишь? Не, ну четкий гелик, четкий вообще. Охуенный. А он дорог? Я это хочу... Дабста. Нет, это будет Дабста 4, да? Нет, это Дабста G. Ну, типа GT. Типа точка. Саня, она дорого будет стоить? Я в душе не ебу, сколько она будет стоить. Ну, все-таки это модовый транспорт. Мы не увеличиваем цену за них. Я согласен. Недорого. 1500 край, я думаю. 700. Маркетинговый ход. Ну, они от тюнинга хаяные. Да, тюнинг вообще прям балдеж. Вот это посередине. Можно посидеть? Сиди. Ты уже сидел, мышь. Сань! Че ты пиздец? Да тихо! Так чё насчёт этого гольф-клуба? Я же сказал, Лэнди, отпишите, блядь. Оливер, нет. Я уже писал, я уже говорил с Лэнди, блядь. Лэнди мне не дает ответ уже день. Ты меня сейчас спрашиваешь? Лэнди говорят, что он не дает ответ уже целый день. Я это... Сутки. Я же говорил с Лэнди, мы обсуждали, в принципе, интерьер там, как все устроить можно, но в целом, пока Лэнди говорил, что там будет говорить с 3D-мейкерами, ну, как обсудить, можно ли вообще здание подвергать изменениям. То есть прошли уже, ну, более суток прошло. Которые... А, ну там просто дело в самом там человеке, он очень занят, и поэтому ответ от него долгий, не от Лэнди. В целом, смотрите, если нельзя здание подвергать изменению, то есть можно же просто закрытый интерьер сделать. Ну, в теории, да. То есть нам, я думаю, ну, неважно, открытый или закрытый интерьер, прям, чтобы открытый был, то в Арбану, я думаю. Закрытый будет вообще пиздец. Главное, само место в целом. И реализация наших идей. Блин, мне такое ощущение, что ему лет 16. Как мне. Мы, короче, смотри. Мафия черных кабачков, мы сразу, получается, выкупаем все эти гелики. И будем держать сервер под контролем. Какой сервер, штат придурочный? Вообще-то, мы сейчас общаемся с нашим богом. Я богохульствую, извиняюсь. Ты атеист. Мне похуй, поэтому я и сказал так. Прокс, ну вот без пиздежа. Мы же выкупим все эти гелики, да? Если у тебя бабки будут. Если у меня бабок не будет, блядь. Я еще в казик поеду, блядь. А сервис или в госку? Дом или в госку, на гелик куплю. Давай, давай. Че, давайте, их еще нету, блядь. Едь. Куда ехать? Олег, ты же говоришь, Саня, в костях выиграешь, давай. Саня, поиграем в кости? У меня $130. Да не ты. Все. Так, давайте помолимся. Все, короче, нахуй. Валим. Я поехал устраиваться в этот лайв в Ганнейдер, блядь. На, Олег, ты поговорил с этим? Что? Меня, Прокс, как я уеду. Я в гелике посижу, пожалуй. Давай сидеть. Олег, поговори с Реном, чтобы его приняли. Да поговорю сейчас я, блядь. Так ты уже... Я в гелике сижу, ебать моего... О, вы скрины делаем, скрины ебанёшься. Скрины. Все охуеют сейчас. Типа у нас гелики, ебать. Стань рядом. Да. Чтобы нормально было фоточка.
А? Ну что? Что? Поедет он, нет? Да, поедет. Во сколько? Ну ты же сказал в 6. Ну, в 6 на Елизаровском, да? Вот да, в 6 на Елизаровском будет. Ты просто не перезвонил нихуя. Ну, блядь, сорян, да, я ебан. Ты, блядь, это 200 рублей надо скинь. За что? А мне? Бля, я не въебываюсь. Ладно, я понял. Не выебывайся, понял? 300 рублей мне скинь. О. Гул! Прок, блядь, твой начальник был? Крадём, крадём всё с багажника. Там ничего нету, блядь. Прок. Багажник охуенно выглядит, кстати, даже. Чё, 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 чё? Это твой начальник был? Не. Открой, открой, открой. Чё так с тобой базарить, понял? Ну правильно. Открой, открой, открой. Кореш. Он открыт. Которого мобилу хотят купить. А чё ты едешь тоже? Типа, чтобы его не отпиздили и не спиздили мобилу? О, Доминика, дави её нахуй, дави, дави нахуй. Дави, Прок. Погнали, спите. Прок, дави, дави, Доминика, Доминика. Да пошла, спиздуй, блядь, я её сейчас зарублю нахуй. Давай, Прок, с мужика. Пошли, пошли. Мужика. Всё, покупаю спидбуст. Сканов Канаду или... Здравствуйте. Почему вы разбили моему другу сердце? Тихо! Подожди, стой. Вы разбили моему другу сердце, я разобью ебало. Я спидбуст купил. А надо бабки срочно на гелик мутить. Ну где-то, думаю, до 500 тысяч где-то будет стоить. Он сказал с обвесами много, 700. Давай сфоткаемся, типа хулиганы. Давай. Я поехал в ЕМС. Че ты не сломал? Потому что она в пизду нахуй, она на зеленой зоне. Ты шо, блядь, пиздишь? Алло, блядь, не пиздишь. Оливер, она не хочет принимать его. Почему? Она говорит, что он без портфолио. Кого, блять? Че, я поехал в ЕМС, короче, устраиваться. Блять, да я побазарю, может? Давай что? Быстрее базарь, ты уже должен сколько дней уже базарить? И потом, потом говорит, что я пиздались, блять. Да. Да. Олег, Прокс уйдет. Короче, стань, оружие возьми, оружие стань, поставь оружие, и от первого лица на меня смотри, сфоткай меня. Он сядет фоткать елика. Что? Вы поняли, как вы видели Феррари на улице? Подошли, фоткайтесь возле нее, типа, своя. Реально, сейчас. Блять, ЕМС же в другой стране, ёбаный. А ты куда едешь? Я хочу туда устроиться, блять. Пожарным, нахуй. Так, не там пожарники. Сфоткал? А где? Пожарники в Fire Department. Реально? Да. Это отдельно получается? Да. Ну да. Вы чё молчали, блядь? Мы сегодня не надо, тебе жизни пожарного хватает. Реально. Погнали к Fire Department. А где он? Я поставил на ком. Давай этот возьмем. Я вот этот возьму. Ты шо, болеешь? Давай, я этот. Подожди, что-то встало там, хуйло какое-то. Сейчас я ему объясню, что он не прав. А ладно, он уехал. Да, я сяду, вот есть. И слышал, говорит, сразу вырубить. Я силу на шотку вкачал, я тебя качок. Хорошо. Я типа у Сани просил покататься, это там не даст. Сука. Блять, у меня все виснет нахуй. Ну что опять началось? Не нравится мне. Поехали к нам домой, отвезем их. Поехали. Забайтил. Ты куда? Че, тварь? Я просто катаюсь. Ой, блять, я его разъебал гелик. Я съебусь нахуй. Я его разъебал. Я не выпущу из него большую ипотеку, нахуй. Мне тоже так кажется, но не кажется. Ауф. Че, после лидерки покинем? Я хочу просто узнать, кто там стоит на лидерке Fire Department. Если там никого не стоит, я буду разговаривать с Аней, чтобы меня поставили во главу. Я, блядь, про пожарку все знаю. Да не стоит, скорее всего. Погнали. Вот так вот.
Перед воротами нельзя парковаться, чтобы не мешать выезду пожарных автомобилей. Где, блядь? Реку, где кто уехал на дубсте? Пизда. Дал, ушел. Кар-департмент, это, кстати, отдельная тема должна быть. Если он под ЕМС, то это все, конец. Привет, пока, омлет. Ну, у него функционал ЕМС, но они никак не связаны. Да? Да. По кайфу. Обстановка. Вообще по кайфу. Обстановка по кайфу. Я, короче, установил спидбуст на мотоцикл. Все, сейчас хочу посмотреть, сколько у него. Поехали в казино. Поехали. У меня 200 тысяч, я потратил сотку. Сейчас. Давай, алло, пожарники, абрыганцы, блядь. Ебать, бегает баб. Тупо блатной на район пришел. Ай. Олег, 280. О, Хасан меня нашел, ебать. Где? Я слил машинку в госку. Где Хасан? Нужно поиграть. Он у меня вчера. Ну, у меня есть, так, 59 тысяч. Ну, давай поиграем хоть так. Говори, это наши дубсы. Давай, это нормально, встанем, это, блядь. Давай встанем, там машины есть, пойдем. Я сейчас его к бадусту отвезу. Леха, сначала я с ним играю, понял? Нет, он у меня 100 тысяч забрал. Он у меня сегодня забрал 300. Отсоси утро 300. Пам! Отсоси, что у меня. А шо, я не понял, сегодня будет работать Fire Department, блядь? Там уже полгорода сгорело. Окей. Так, ну давай, короче, по пятнарику друг другу кидаем. Хасан, смотри, что купил себе, смотри, иди сюда. Наши новые гелики, кстати. Ну потом глянем. Смотри, ты где? А это новые? Где ты? Это все новые. Купил себе. Новые, это... таких нету ни у кого. А, нихуя, там входи в фарди. Такой, миллион. два ляма. Там где ты забегал еще. Да. Ну типа, он стоит 1 700 000, и я на него бес еще. Нормально? Смотри. Нормально. Ни у кого нету. Я... Подожди. Эксклюзив. Подожди, стой, тихо. Спасибо. Ну, ну давай поиграем. Давай. Да давай нахуй, сразу, блядь, по десятке, я тебя солью, ебать, и все. Ну давай. Давайте, короче, я буду считать. Кто первую пятерку проигрывает, но 5 раз подряд, тот и лох цветочный. Так, пока что Хасан лох. Хасан лох. Не обзывайся. Прокс. Хасан лох. Прокс. На! Догоняй его, останавливай, я его сейчас подойду. Дай кино. В тачку прыгнул быстро. Да зачем? Останови его. Если что, в тачку прыгни. Блять, давай быстрее догоняй его. Ой, а, гоним, хорош Хасан. Все, останавливайся. Дай его быстро пизданул, он сляшет и убежим. Смотри! Смотри, что делает! Че такое, парни? Впрячься надо? Лечу. Блядь, я не успел достать. А у меня пиздец, все. Сколько? Я не буду никого вызывать нахуй, отказаться от помощи, нахуй она мне нужна. Хасанчик, помощь. Сука, меня бесит то, что, блядь, никого нету, никогда ебаный департмент, блядь. Хасанчик. Хуй вяленый, блядь, я пошел не курить. Хочешь поиграть на машину? Пойду покушаю. Он еще мою тачку забрал. Гандон! Реловни. Сейчас маман придет, мне голову открутит. Все, тихо. За 20. 10. Да нахуй, не хочу. Не, она не надо. На другую коп. Хорошо, давай тогда поиграем просто. Подожди. Так я и так играю. Да он играет, а не я. Он меня так сегодня обыграл, все деньги забрал. А ты хочешь его сейчас добить? Я хочу просто до того. Давай вдвоем ему кидать. Один ты, один я. Да не, так, пацаны, вообще шляпа получается. Не, я, давайте нахуй нормально играем. Не, пока один я играю только. Он играет. Я не кидал даже. Блин, ну классно я себе дубсу купил. 167, блядь. Давай по 20. Давай. Пацаны, все из-за того, что вы на нас не впряглись. Да. Олег, ты виноват. Такое чмо просто для охраны. Животное. Собака. Хуйня искусственная. Нормально тебя обосрал? Пососи. Эбень.
Кидай 19, последний. Обычно вся так, потом в конце у тебя так ведет жестко. Да ну успокой. Ну вот. Это сука хочет денег. Я кидаю бабки. Разрываю, но мои рифмы тебя убивают. Давай последние 18 забираю все. Ты опять я проебу. Ничья. Ты урод, Оливер? Я сказал, оставь мне, я тоже хочу поиграть. Ну давай, кидай ему 18. Просто такой урод, давай дальше. Я знал, что ты проебусь. По сих пор же он чёткий был. Там кого-то шокером бьют, блядь, в больничке, блядь. Чё вообще происходит, нахуй? Чё, тебе забрать на гелике из больницы? Новом? На двадцатку? Нет. Я рискую сказать. Понял. Я писал Ренну, он пока не в сети. Что-то тебе везет сегодня, Хасан. Давай так вот. Еще. Да ты псих, ты столько забрал. Я тебе говорю, потом выиграют с последних бабок, это пиздец. О, ну-ка. Фух. Сейчас. Ну. Сердце капец бьется. А че такое никакое сейчас проиграл? Да, ты понимаешь, я играю на последние деньги. Да я все равно проебу, хоть я и каплю на тачку. Ты у меня 100к просто забрал, блин. Да, ну это последний, выиграть и все. Так не знаете, качи. Просто пожалуйста. Да, все, последний, я все. Алло. Ну что, кто в меня пальцем тычет стоит, блять, урода нахуй? Все, спасибо. Все, пацан, ты меня обидел. Лех. Давай руку пожмем, блядь. Лех, сколько ты проебал? Давай. Это казалось, что эти последние 18 косарей последних, это пизда. Да ну не буду я. Да ласт, ставка, ласт, ласт. Да не буду. На. На. Ну забил. Всё. Лёха, сколько ты проебал? Руку пожмёшь мне, нет? Это рофл какой-то. Лёха, пожми ему руку. Лёха, руку ему пожми, блядь. А? Руку ему пожми. Сколько о, ты проебал? Вот этого петуха завалили, слышишь? 50к. Сколько? Феликс. 150. Пизда. Где Феликс? Да забей, забей, мне пофиг на эти деньги, за них не даю. Не, просто понимаешь, он постоянно с последней ставки выигрывает. Ты мои кости, крыса, забрал. Это отдай кости. Не считается. Кости отдай. Ладно, дай тогда эти хотя бы свои. Нет, у меня двойная пара была, кости. Что? С машиной кто-нибудь со мной поедет, нет? Ой. Блять. Ты урод? Это еще, отдай обратно, пожалуйста. А какие ай. Мои, какие твои? Ай, уже хуй знает. Он не, просто, не, я с тобой не говорю. Сейчас, который ты передашь, что? Должны быть... Сейчас без рог. Ой, блядь. Я передал вроде. Не, я не передал. Передал, но не тебе. Лёха, он тебе передал кости, блядь. Короче, поехали со мной за машиной. Ебаные лоджики, блядь. Лёха, блядь. Ёбаная картошечка, ну ёбан ты в рот. Всё, Прокс, едь в Life Invader. Ты чё? Надо. Быстро. Как я приеду? Я в больничке, блядь. Так я на своей поеду. Ну ладно.
Блять, лоджики ебаные, блять, как же вы, блять, меня бесите, нахуй. С него сейчас течет, да, вы мне хотите сказать? Да, пизда. Как думаешь, какую машину купить? Феррари или Роллс-Ройс? С него течет. Что сказать? Сейчас. Какую машину ты хочешь? Феррари или Роллс-Ройс, какую купить? Ну, как тебе понравится, Феррари такая получше будет, мне кажется. Интереснее. Роллс-Ройс так чисто покататься. Солидная. Такие, тут такие разговоры серьезные. Солидные. Такие, тут такие разговоры. Так. Как тут выйти через больнички этой? Мейн холл, все отлично. Ты вышел из больницы? Вот пытаюсь выйти. Возьмем, арендуй мопед. На $34, алло. Понимаю. Сколько сейчас дедкоинов количество? 20 тысяч. А, точно. Там же в один к одному. Понимаю. Все, BMX. Я поехал. Ну, едь в лайф. А где этот Феликс? Я не знаю. Феликс, мне кажется, разозлился. Мой номер. Почему меня вправо крутит, блядь, ебаная игра, нахуй? И он крутится, вертится, и он крутится, вертится. Причем, когда я прыгаю только. Блять, как меня бесит эти велосипеды ебучие, это просто шок. Почему? Что? Просто капслок нажми немножко. Доброго времени суток, господа. Здравствуйте. Как вам гелик? Гелик? Охуешь. Что за гелик? Новый гелик. Я еще раз повторюсь, потому что Оливер пришел. У нас здесь не сосалочки, это чисто рабочая планерка. Окей? Ну... Давайте всяких вот этих вот. Пошел ты, пошел я и все остальное. Пошли мы. Пошли мы. Куда идем? Значит, для начала. Насчет настройки Дискорда.
Говорят, что многие каналы видны, а я лох в этом плане. Оливер, ты умеешь настраивать или кто умеет здесь кто-то настраивать Дискорд? Просто ролей тут миллиард, я не знаю, нужно пережить. Кому именно видны роли? Ой, каналы. И какие? Сивилу. Сивилу много Сивилу. Чего видно. Ну, это просто. Допустим, у нас удобно, что у нас подразделы есть, допустим, те же вот адепты всякие. Просто доступ для цивилов туда закрыть, сейчас гляну, и это все. Блядь, только я сейчас стрим отрублю, момент.